Просыпайся, Биг Бой. Время нового формата. И да, это не интервью, а подкаст. Так что не пугайся длины. В этом весь кайф. Если вам зайдет этот формат, то в будущем я сделаю все возможное, чтобы приглашать сюда тех деятелей кино, которых вы только сами захотите. Так что дайте мне знать в комментариях, кого вы хотите здесь видеть в следующий раз. И да, подкаст делается вдобавок к разборам фильмов на канале. Но 3 терабайта материала сами себя не смонтируют, съемочная группа сама себя не накормит, оборудование само себя не докупит, а студия сама себя не снимет и так далее. Думаю, вы поняли логику. И с этим всем мне очень сильно помогли ребята из Рокетбанка. О них я уже неоднократно рассказывал вам в предыдущих роликах. У них куча бонусов, особенно для геймеров. Кэшбэк абсолютно на все и офигительный саппорт. Плюс, мало того, что сама карта абсолютно бесплатна, так еще и всем тем, кто ее оформит по ссылке в описании, придет 500 рублей кэшбэка на счет. Они поддержали это видео. Так что, как минимум, ознакомьтесь с ссылки в описании. Ну а мы начинаем. Приятного просмотра. Три года назад, когда я делал ролик по защитникам, когда я поехал в аэропорт Лос-Анджелеса тебя встречать, когда я все эти вот страйки получал, я не думал, что вот через три года в такой вот домашней обстановке встретимся. Каково вот это вот было, вот первая мысль, вот ты прилетаешь из Москвы в Лос-Анджелес, ты ничего не ожидаешь. К тебе подходит вот человек в папахе, в каких-то очках, и сразу, так, Сарик, здрасте. А, ребят, за что вы сраканули мое видео на YouTube? Боже мой, что? Я, ребят, что ты мог бы комментировать, если бы знал, кто вы, понимаешь? Я не отправляю никому страйки, парни, вы что-то путаете явно. Первый мой вопрос был, почему ты в папахе, если честно. Меня больше всего это волновало всю дорогу. Я признаю, это было немножко некорректно. Это вот граничило с расизмом. Но я просто посчитал, что это забавно выглядит. Да. Но я попозже объясню вообще, как, что стояло за моими действиями. Но давай сначала тебя выслушаем. Да. Не, смотри, там история такая. Меня не оскорбило, что ты в папахе. Меня оскорбило, что у армян нет таких папах. Я хотя бы подготовился, потому что армяне таких папах не носят. Я про это и говорю, то, что типа, это вот граничило с расизмом. Да. Я потом еду такой... Насколько это вообще корректно было? Нет, ты знаешь, вопрос в том, что я просто не очень понимал, в чем нападка, да. То есть мне, когда мы уже не то чтобы летели, там до этого мне брат сказал, что Сарик, что есть такая история, что мы страйкнули канал. То есть, ты сам понимаешь, я ничего страйкать не умею, я вообще, я даже не зарегистрирован в YouTube. Я, конечно, знал, по какому поводу, что опять же, как бы мы это между собой обсудили, что это не очень этично было, да, там так называть. Как там тебя называлось, что почему защитники будут сосать, понимаешь? Ах, как это неловко слышать. Да, это как бы. И такое. Слушай, просто как сказать, нас тоже нужно понимать. Вот представляешь, у нас выходит фильм, к примеру. И понятно, что начинаются запросы в интернете. То есть люди заходят, там, неважно, в поисковики и вбивают там защитники, я не знаю, посмотреть, защитники, неважно, скачать, защитники сеанс. И первым выдает твой ролик с таким, как бы, заголовком. И ты, по большому счету, теряешь зрителей. Ну, то есть, все клево, если это, как бы, не мешает. Ну, сон, вот когда Бэт делает, да, через 4 месяца, там, 5. Слушай, он явно не мешает. Тут и все, проката не существует, понимаешь? Такой важный момент. То есть он как бы, в принципе, сделал и сделал, понимаешь? Вот когда это вот происходит до, это непосредственно, как бы, удар, понимаешь? Еще же это не в смысле, я там оскорбился, что человек в Пензе может зайти, там, и условно прочитать такое. Тут еще надо понимать, что кинотеатры, которые берут фильм, там, дистрибьюторы, телевидение и прочее, они тоже все живут в интернете. И как бы у них тоже начинают возникать вопросы, почему так происходит. И кому они обращаются? Они просят нас защитить свой фильм, понимаешь? Они сами ничего этого делать не будут. И это такая круговая история, по большому счету, в итоге все равно. Даже если что-то плохое произошло, типа, как бы продюсер виноват. Вот мне всегда была интересна логика, зачем вот страйкать? Это же типа антипиар как раз-таки. Самое худшее, что можно сделать. Потому что народ, он всегда будет становиться на сторону андердога. Человека прижимают. Да. И это прижимают типа какие-то большие дядьки. Это против самой же причины, по которой идет страйк, он еще и хуже будет делать же. То есть, твоя логика очевидна. На самом деле разговор был такой, что типа, мол, сейчас страйкнем, с нами выйдут на контакт, и мы обо всем договоримся. То есть не было задачи там не удалять каналов, ничего такого. Да?
то есть не было вот этих всех историй, как там по-серьезки подают в суд, еще и что-то. И просто, мне кажется, типа, вот если бы я как связаться с человеком? Объясни мне. Вот, да, ВКонтакте написать, мейл есть, ну, все слушай. Что угодно. Ну нет, то есть если бы я вот был бы, допустим, киноделом, и вот это вот, посмотрел бы такой ролик, я бы, наверное, просто свой бы записал бы, и там просто есть... Я сейчас уже, когда, то есть тогда я вообще не планирую. У меня, кстати, я почему даже, наверное, как-то благодарен. Я люблю всей душой фильм «Защитники». То есть зрители, наверное, думают, что я там ненавижу и все такое. Я его обожаю. Во-первых, потому что он идет всего лишь 70 минут. Он там чисто легально. Да, 85, он чисто с титрами еще со всеми, да. Ну да. Он чисто типа легально полуметражный, да. Вот, но там он чуть ли не короткометражка. Ты приходишь, не успеваешь ничего поедешь, он заканчивается. Ну, и все, типа, и все я сейчас посмотрел, да. Вот, это раз. А во-вторых, он, по сути, как бы и запустил канал. То есть я вообще и «Страйк» тоже. То есть я не планировал делать обзоры, я не планировал делать ничего. Я просто посмотрел трейлер. Типа, сделал. То есть это была твоя первая выпуск? Если бы... я вообще не занимался ничем таким. Я потом... Я и не планировал особо ничего делать. Потом просто пришел «Страйк», я такой, почему? Что такое? Потом я записал еще... Потом я встретил тебя в аэропорту, получил второй «Страйк», и как-то вот оно как-то вот все пошло. Вот, да. Но в любом случае, если бы я вот... сколько времени уже прошло, я теперь понимаю то, что в некоторых моментах я сам был неправ. И вот если бы я был бы тобой, я бы, скорее всего, бы, там же легко, там есть, допустим, такие аргументы, то, что вот вы воруете деньги налогоплательщиков. А сейчас я понимаю, это не совсем корректный, скажем так, предел, потому что потом я уже узнал, и я уверен, у всех, у большинства зрителей точно такая же есть заблуждение, то, что вот все, кто берут деньги из фонда кино, они все попилены. Оказывается же, есть еще возвратные, есть невозвратные. И то есть даже если там фильм не окупился, вы же все равно обязаны возвратить эти деньги, правильно? Конечно. Вот, да. То есть как минимум можно вот по таким вещам, типа, йоу, чувак, ты не прав, давай типа, допустим... Ты знаешь, я тебе скажу такую штуку, что мне кажется, что вообще, если бы кто-то разъяснил, потому что ваша аудитория, она, как ни странно, не слушает нас, она не смотрит нас. Ну, я сейчас не имею в виду фильмы, а где-то, когда мы даем интервью, еще чего-то, она не, ну, как бы она не знает правил игры. То есть они вот просто услышали один раз, да, там эту историю, что кто-то там ворует, и все в это поверили. И, соответственно, пошел вот этот глобальный хейт, в принципе, касательно там любого кино, где есть логотип министерства, либо фонда кино. А если бы вот, ну, там, неважно, ты, да, там, кто-то из твоих коллег, сделал бы вот прям реально обзор, в котором бы рассказал, как работают эти инстанции. Вот эти возврат, что, когда люди должны вернуть деньги, на что они дают, каким образом. Это же тоже, знаешь, такой стереотип. Ты что думаешь, то есть, как бы ты прошел питч, а потом на следующий день тебе упало, там, я не знаю, 100 миллионов рублей на счет. Ну, как бы нет, понимаешь? Это все там определенные транши, куча документов. Тут, то есть, наверное, это серьезный тут, стресс, Сарик, на самом вот, деле. Вот такой, вот такая логика. То есть, вот у обычного зрителя, то, что фильмы. Понятно, что это все субъективно, но вот, то есть, в фильме, то есть в глазах людей фильмы не очень. И вот на эти не очень фильмы еще и наши деньги тратятся. В то время как там в стране, там, не знаю, там разруха, ну как разруха, там, ну то есть своих проблем хватает, еще мы на это налоги свои тратим, да. Здесь в основном логика такая, то, что на это уходят деньги. Они куда-то уходят, они там не окупаются, или, не знаю, снимается в кавычках дерьмо. Вот. Тут, скорее всего, от этого идет негодование у людей, нежели чем от чего-либо другого. И плюс, когда еще происходят эти вот страйки, когда потом, извините, какой-то шум был, когда еще летят страйки, когда вот это вот, оно все слоями, собственно... Да, наслаивается, то есть ты думаешь, что это такие злые люди, что то они то есть хотят, воруют, убивают, еще и жмут. Ну, слушай, да, понятно. Не, ну такие же ведь люди, наверное, есть. Просто, мне кажется, вашим именно... То есть я думаю, что они все остались далеко в прошлом, скажу тебе честно. Знаешь, вот я правда, я вот считаю, что... Ну вот если бы такое единение, вот сколько там, да, там несколько миллионов подписчиков у Бэда, там сколько у тебя, там 300-400 тысяч, не знаю, да, там. Вот если бы вы направляли всех этих людей на реальную добродетель, ну я не знаю, давайте сделаем парад натуралов, допустим, вот. Ну вот просто вот выйдем на улицу и скажем, что, ребята, вот никто же не защищает нормальных людей, давайте защищать нормальных. Понимаешь, потому что все защищают какие-то меньшинства.
Вот, ну, как бы, ну, мне обидно, в России, обидно, в России, по-моему, особо такого нет. Ну, условно тебе говорю, да, то есть какие-то вот простые штуки. То есть давайте бороться против коррупции, понимаешь, ну, то есть против серьезной. То есть, ну, когда я читаю, ну, там, слушай, когда я читаю, что какой-то менеджер выписал себе бонус в 40 миллионов рублей, у меня руки опускаются, понимаешь, я вообще не понимаю, чем я занимаюсь. Ну, потому что я не уверен, что я заработал столько там за 10 лет. Понимаешь? Ну, как бы, вот есть такой вопрос, просто это... Я немного не согласен, но нет, я и согласен, и да, и нет. То есть, я считаю вот как. Я считаю, что налоги, там, не стоит там, кто-то судить, кто-то больше взял, кто-то меньше взял, это все еще налоги. Но тут важно понимать одну вещь. Возврат. Возвратные деньги. Невозвратные деньги. Все. То есть, тут уже... Это просто кредит, по сути, да, получается? Да, беспроцентный. Это кредит. Да, это то есть, не... ты, по сути, когда ты идешь в банк, тебе дают, там, я не знаю, в России по 14-15%, сумасшедшая сумма, да? Во всем мире ипотеки по 2-3%. Знаем, как это у нас. То есть, по большому счету, если в России ты взял деньги в банке на кино, то ты априори банкрот. Ну, то есть кино... сможет сформировать 7-8% дохода. Тут 14% нужно выплачивать. А тут зритель может сказать, хорошо, да, это кредит, хорошо, это невозвратно. Почему на это тогда? Почему не на там, условного какого-нибудь там талантливого, я не знаю, там, какого угодно, а вот на защитники, допустим. А почему на защитники? Почему вот, вот может быть, от этого тоже идет... Смотри, ну, по комментариям вопрос судить. В том, что кино должно быть зрительским. Мы же все понимаем, что если оно не зрительское, в нем нет смысла. То есть, если его смотрят два человека, то пусть как бы, ну, я не знаю, тут как-то уже чем-то другим занимаются. Тут это творческий вопрос. Вот, смотри, это творческий вопрос. Вот, для что себя пропагандирует снимаешь? Фонд кино? Фонд кино пропагандирует долю российского кино в прокате, понимаешь? То есть, 10, там, неважно, 12 лет назад эта доля была 6-7%. Смешная доля. То есть, ну, практически не существовало российского кино. С появлением вот этих госструктур, сегодня доля российского кино 30. То есть, каждый третий билет в стране куплен на российское кино. Заметь, людей никто не заставил, людей никто не шантажировал и прочее. Люди сами пришли в кинотеатр и купили билет, понимаешь? То есть, соответственно, это означает, что политика фонда давать деньги на фильмы, которые в теории массовые, зрительские, это правильно. Ну, то есть, да, у кого-то получились танцы насмерть, понимаешь? У кого-то получилось движение вверх, но получилось, понимаешь? Поэтому, соответственно, это большая победа. Вот сегодня движение вверх, да? Стал самым кассовым российским фильмом в Китае. Ты же понимаешь, что об этом узнал весь мир? Что российское кино стало самым кассовым спортивным фильмом в Китае. То есть что это означает? Что на следующем кинорынке к нам вся Азия придет и будет интересоваться, что вы там произвели за фильмы. То есть это помогает фильмам стать бизнесом, стать индустрией, понимаешь? А соответственно, то, что становится индустрией, то встает на какую-то колею, ну как конвейер, в хорошем смысле это слово, как Голливуд. А конвейер это означает... И рабочие места, и налоги, и развитая индустрия, логика, и обучение. Логика правильная. Но вот манифестации этой логики вот в жизни, вот возьмем, да, допустим, условно, понимаю, не надо сравнивать, да, там огромные бюджеты, вот те же там «Мстители». Да. И, извини, что нападаю вот так вот, ну, «Защитники», да? Оба, ну, та же логика. Оба массовые фильмы, оба франшизы, там, оба там имеют потенциал чем-то мерчандайзу, да, там все такое. Да. Но вот посмотришь, допустим, на... Там именно сценарий, вот взять там героя Тони Старка, да, посмотреть на его там арку, то, как он меняется за фильм, то, как его действия поддерживают тему его персонажа, да, или там взять того же, там, не знаю, любого героя из этого фильма. Да-да-да. Тут, конечно, вопрос, наверное, не к тебе, а к сценаристу. Ну, вот почему, вот, типа, здесь же, причем, здесь же как... Ну, смотри, я тебе так скажу, нет, почему не ко мне? Там, я же одобряю этот сценарий, я же его иду снимать, я в него верю. В тот момент... Когда закончилась книга Джорджа Мартина, и сценаристы стали писать сами, к фильму появились вопросы. К восьмому сезону, да, непосредственно, когда... Что все стало очень конъюнктурным, они провозгласили демократию, все стало очень американским. Из-за чего это происходит? Закончился первоисточник. То есть я думаю, что в чем успех все-таки, ну, всех вселенных, там, и Marvel, и DC, есть первоисточник. Комиксы, которым уже 100 лет. Да, ты можешь из этих комиксов там слепить своего Франкенштейна, но у этого есть подтекст. Еще есть как бы определенные люди, которые к этому что-то испытывают. Что произошло с защитниками? То есть мы наивно полагали, что не имея вот такого бэкграунда, то есть мы можем
типа сначала сделать фильм, mm-hmm. а потом начинать этот бэкграунд создавать. Mm-hmm. Ну, типа, вот вы видели, видели наших героев, мы их заявили, а теперь будут и комиксы, и книжки, думаешь, и прочее. Думаешь, что в этом проблема? Я думаю, да, потому именно что... то, что нет комиксов. Ну, смотри, как тебе сказать? Нет, я имею в виду, что нету первоисточника. Ну, смотри, если сегодня я сделаю, к примеру, полнометражную версию mm-hmm. Винни-Пуха mm-hmm. российского, mm-hmm. ну, мультика, mm-hmm. ну, условно тебе mm-hmm. говорю, да, там, то ты уже понимаешь, что к этому чувствовать. Mm-hmm. Ты помнишь там кролика, ты помнишь, как он застрял в норе, ты еще чего-то mm-hmm. помнишь, помнишь какие-то коронные фразы, голос Леонова, mm-hmm. и ты придешь с каким-то чувством на мой mm-hmm. фильм. А когда я делаю, ну, с нуля, то есть это, то есть мне, то есть я не смог создать чувство привязанности, чувство того, что человек хочет это посмотреть. То есть почему защитники хайпанули, его так обсуждали? Просто в первую очередь, потому что это было весело. Ну, как бы срать этот фильм, было весело, никто не собирался его смотреть. Не дожали? Вот, кстати, я когда туда шел, я... почему-то думал то, что, блин, наверное, типа, я типа, вот эти ролики, возможно, я был неправ. Сейчас, наверное, там, если сейчас там будет трэш, сейчас там будет вот угар, если сейчас там будет вот именно действительно весело, шутки, mm. то, причем я был бы счастлив, фильм выйдет, типа, прям вот невероятно веселым. А он зачем-то серьезный такой вот весь. А ты ждал Дэдпула, допустим? Не Дэдпула, нет, оно как-то... Ну вот мы видим на экране человека-медведя, казаха-ниндзю, да, армянина, да, да. там, каменщика. Вот, и женщину мокрую, водную, как бы тут вот, вот просится что-то смотри, такое вот веселое. Это как, то есть я тут вот на днях тоже интервью делал, и товарищ мне сказал правильную вещь, что мы как бы, мы хотели усидеть на всех стульях, да, то есть все наши ролики и, в принципе, фильм, он такой серьезный mm-hmm. и прочее, но в то же время содержание, он настолько прост, он очень детский mm-hmm. по содержанию. Вот четыре человека, вот плохой мальчик, сейчас они в конце подерутся. Ну, то есть мы с тобой видели mm. много таких фильмов, понимаешь? Но, то есть содержание детское, а тон серьезный. И, соответственно, эти вещи, они, к сожалению, не сошлись. То есть нужно было изначально либо делать очень детским. Mm. Ну, то есть прям никакой крови, никакого вот этого страшного медведя. То есть никаких там мечей, еще чего-то. То есть прям вот ну, детский продукт, я не знаю, на уровне... там не вспомню тебе сейчас, но либо делать отчетливо, то есть серьезный, то есть абсолютно отказаться от там каких-то ну там шуток, понимаешь, делать более глубокий сюжет, там вот все эти страдания. Мне кажется, Марвел в этом плане правильно делает. Они знают свою, то есть там идет сцена серьезно, вроде типа накал серьезности идет, и потом они тебе дают раз шуточку. Да, шуточку. Они тебя из пафоса выводят. Из пафоса выводят. А вот, вот, понимаешь, опять же, мы так говорим, но вот есть же DC вселенная, которая реально не может себя найти. И сейчас идут разговоры о том, что ее полностью хотят перезапустить. То есть там идут разговоры, снимать ли второго Аквамена вообще или нет, хотя он был успешный очень. Угу. То есть, потому что вот не пошло, потому что вот они не нашли этот тон серьезного, там, между семейным, серьезным. То есть все эти, ну, понимаешь, о чем я говорю. Mm-hmm. То есть я говорю тебе, что то, что случилось с Marvel вообще, в принципе, ну, это, ну, не то чтобы чудо, наверное, это какой-то вот Кевин Файги действительно какой-то гений, а больше ни у кого в мире не получилось. Я не считаю, что вселенная DC получилась. Отряд самоубийц несмотрибелен, понимаешь? Бэтмен и вот с Аффлеком, ну, несмотрибельный. То, что Зак Снайдер делает, ну, как бы он мощнейший визуалист, но на 300 спартанцах, ну, все закончилось последнее, mm-hmm. понимаешь? Поэтому это все, ну, такое бла-бла-бла. Ну, чтобы ты понимал, никто в мире... Почему был вот такой мощный хайп по защитникам, вообще мировой? Вот у нас сейчас вышел, да, трейлер «Комы». То есть «Комы» — мощный фильм. Uh-huh. Он сделан намного круче, он там продуман, еще что-то. Но о нем не пишут западные издания. По одной простой причине, что никто в мире до «Защитников», то есть не тронулся так умом, чтобы попробовать сделать супергероическое кино вне Голливуда. Вот поэтому, мне кажется, нужно было делать весело именно. Вот тут оно тонально, тематически тонально, да, оно вот совпадает. Да, да, но ты знаешь, как бы... я не знаю, если когда-нибудь будут какие-то uh-huh. там действительно свободные деньги, которые, ну, можно опять рискнуть, uh-huh. то, может быть, эту идею можно перезапускать. То есть не делать ее ни продолжение, ничего, а просто перезапускать как идею. Потому что, в принципе, ну, как бы, киновселенная на ментальной почве может быть. Просто с ментальной почвой тоже нужно разбираться, понимаешь? Кого-то оскорбляет, что... это медведь, mm. понимаешь? Ну, потому что это такая ментальная почва, больше западная. То есть на Западе бабушка, медведь там и балалайка, mm. понимаешь? А внутри твоей страны как бы не факт. Mm. Ну, вот такие нюансы. Хотя, опять же, я смотрю постер «Движение вверх» в Китае. Mm. Там верхняя точка, баскетбольное поле и силуэт медведя. Mm. Ну, то есть...
нужно понимать, что как бы вот для всего мира у нас есть вот этот лейбл. И понятное дело, что там те же защитники так, как бы так мощно продались во все страны мира, потому что, ну вот как понимаешь, вот мы не смогли, то есть мы, это удивительно, я пошутил, и мне говорят, почему вы не снимаете продолжение, потому что в итоге же там, ну как бы фильм же рентабельный вышел. Я говорю, понимаешь, это та история, когда ты, тебя могут все любить, но если тебя не любит мама, то ты как бы все равно живешь, ну как бы в психологическом немножко расстройстве. Оператор мне отправлял из Испании, в отеле человек лежал, да? Включил, и там включились защитники на испанском. Мне, и оно, из Италии, да, оно, кстати, смотрится. Я когда смотрю, смотришь на испанском, ты как тебе плевать. Да, нормально. Парсус, ты también eres científico. Tu delegación de patriota era una de las mejores. ¿Tienes por costumbre liquidar a los viejos amigos? Вот я вот представил. Вот вырезать все сцены из фильма, и так, 70-минутного, да, вот вырезать все сцены, где там, допустим, Лер рассказывает про свое прошлое, про то, как Хан про своего брата Абая там, или как его звали. Вот все эти сцены, там, как Ксения потеряла память, как, кто там еще у нас был, четвертый персонаж, ну, я, по-моему, всех назвал. Вот как вот эти вот все сцены вырезать, и типа, ну и что? А как вот это вот все связано с тем, что сейчас происходит? Как их прошлое влияет на настоящее? Как, допустим, особенность того, что вот, допустим, Лер там из Армении? Ну, да-да-да. И что? И чё? Типа, что да, это, да, как, да? Какая-то... Вот, допустим, опять же, вот с тем же Тони Старком, у него сквозь все фильмы прослеживается одна и та же тема. Он, типа, самовлюбленный такой эгоист. И концовка, она логичная, потому что он должен перестать быть эгоистом пожертвовать собой. Другое же дело, что они это три раза подряд сделали, и типа, вот, когда ты смотришь «Мстители. Финал», типа, чувак, ты это делал уже в каждом фильме, ты жертвуешь собой. Вы сейчас пытаетесь меня... Отказываешься от своего, типа, нутра. Да. Вы в этот раз этот трюк, мне кажется, ну, сработает, потому что последний фильм, но вы вовремя соскочили с этой иглы. Вот. Но, типа, здесь, мне кажется, именно вот... Я не знаю, кто писал сценарий, но типа оно как-то... Как так? К сожалению, знаешь, вообще в России есть такой момент, что вот американцы, они уже пришли к тому, что они не боятся долгих начал. Ну, то есть ты можешь просто первые 40-50 минут смотреть завязку. То есть ты можешь просто смотреть про героя. То есть у тебя еще не случился поворот, еще ничего не произошло, но ты просто смотришь, ты проникаешься им. Что потом, когда происходит конфликт, ты уже его любишь. А у нас, к сожалению... Все тебе говорят, что фильм должен начаться очень быстро. Такой есть какая-то негласная какая-то договоренность среди сценаристов? Да, ну ничего не происходит, старичок, ну что ты мне принес? А кто это, продюсеры это говорят? Зачастую это говорят дистрибьюторы. А дистрибьюторы твой фильм крутят. То есть если дистрибьюторы твой фильм не крутят, то ты его зря снимал, понимаешь? И вот это вечная тема. Ну как, ну старичок, ну что такое? Ну иди смонтируй уже. И как бы понятное дело, что... А мы же... Ну то есть мы же головой... Продюсеры, понимаешь, тоже. И, соответственно, вот этот страх, что да, мы, конечно, сейчас можем про каждого рассказывать, там, и только там на первом часе у нас начнется фильм, но мы же не Марвел, кто мы такие, чтобы наш фильм шел, я не знаю, 2 часа. Но я тебе говорю, что, к сожалению, это немножечко диктует рынок. Рынок у нас... Слушай, наша индустрия, я честно, искренне считаю, что ей там... В каком году вышел «Ночной дозор»? Там 2002? 2003, неважно, да? А вот с этого началась в России индустрия. То есть с этого люди поняли, что, оказывается, можно прийти и купить билет на российское кино и понять, что такое касса. То есть нашему кинематографу 15 лет. И он до сих пор на уровне становления. То есть, слушай, я вообще считаю, что в нашей стране ну, максимум 10 продюсеров умных. Все остальные нет. Ну, то есть даже внутри. Они делают кино и прочее, но они делают интуитивно, на ощупь. То есть, да, какое-то количество уже приноровилось, то есть, и это за 15 лет произошло. То есть, я думаю, что, конечно, там, если дать время, там, еще 10-15, то есть, это все действительно станет на другую, ну, рельсы, да, то есть, может быть, мы станем такой же кинематографической страной, как Франция, то есть, все равно у французов есть почерк, ты когда листаешь каналы, попадаешь на французский фильм, ты понимаешь, что он французский, то есть, ты чувствуешь это по картинке, там, по тону. Я думаю, что мы к чему-то такому придем, но нужно понимать, что это все еще, ну, там, не в зародыше, конечно, но мы еще все равно там, условно, 5-летние, понимаешь, мы еще познаем. Понимаешь, очень важно, вот за что, ну, это я, наверное, уже, вот, знаешь, если мы беседуем, я бы у тебя спросил, да, там, вот за что вы сражаетесь, что я имею в виду? То есть неужели... Просто там, как агент Смит, Нео, смотри, зачем вы продолжаете да, борьбу? Есть, нет, я плюс-минус, я там понимаю, да, там, за что я. То есть вот... Допустим, снял я фильм «Мамы», да, кто-то вышел с сеанса и позвонил своей маме, купил ей цветы. Я знаю, за что я сражаюсь, понимаешь? Я кому-то в тот день сделал хорошо. То есть это, я говорю, что это суть кино, я так и воспринимаю его.
А о чем вот, неужели вы вот мечтаете, чтобы, я скажу, отвечу, чтобы, кинотеатр, отвечу. Чтобы все было как в 90-х, когда были мебельные салоны в кинотеатрах? Тут... Ну, то есть, типа, давайте уничтожим российское кино, давайте уничтожим Сарика, Бондарчука, ну, такого мы еще знаем, давайте их всех уничтожим, обольем грязью, люди перестанут ходить, и они все там умрут новые. С голоду. То есть, те 30% доли российского кино, что есть... Его не будет, то есть кинотеатры будут зарабатывать на 30% меньше, половина из них закроется, превратятся в мебельный салон. То есть в чем борьба? Объясню. Ну, я говорю за себя лично. Да. Я не хочу там говорить за других людей. У меня такого нету. Я не принадлежу к такой группе людей. Я не борюсь ни за что. У меня нет такого то, что я... Блядь, там давай... Окей. Я смотрю вот так. Допустим, я посмотрел фильм, и я себе задаю вопрос. Есть ли здесь интересная дискуссия? Могу ли я... И, ну, какой-то интересный разговор поговорить, ну, то, завести, да. То есть, допустим, у меня часто просят, типа, ну, сделай там, не знаю, разбор того-то. Я посмотрю, ну, я могу сказать очевидные вещи. Там, ну, здесь там нет мотивации. Ну, это не интересно никому. Ну, я делаю больше такие ролики, то, что, допустим, там, посмотрел я фильм, не знаю, «Прочь» Джордана Пила. Да. Тут можно поговорить про либеральный расизм, про то, как, да. Я не знаю... Про то, как там устроены некоторые сцены, про то, про контекст, в котором выходит этот фильм, как метафора себя манифестирует. А то, что фильм плохой, ну, человек, ну, нужно быть. Зачем мне объяснять кому-то, доказывать, что фильм плохой? Фильм? Да. Неужели человек сам этого не видит? Ну, то есть, это опять же, я не хочу никого обидеть, если кто-то там, не знаю, с других обзорщиков меня смотрит. Я у каждого я вообще смотрю то, что вот эти вот. Я считаю, что кинокритика — это такой же вид искусства, для меня, я так считаю, такой же вид искусства отдельный. То есть, и вот для меня это вот своя вот такая вот форма самовыражения. И если кто-то там, допустим, вот борется там за, не знаю, все что угодно, я ни за что не борюсь. Я просто хочу интересные дискуссии вести о кино. Вот и все. У меня нет такого то, что... Потому что я считаю то, что невозможно бороться с этой системой. Вот, допустим, представим то, что есть какие-то злые люди, которые сидят, и вот ты их разрушишь. Но ты же не разрушишь систему. На это место придет какой-то другой человек. И он точно так же будет вот, условно сидеть на этом месте. Еще хуже может прийти, знаешь? Еще хуже. Ну, и опять же, я считаю то, что оно же не снизу вверх идет развитие культуры, а скорее всего сверху вниз. Да. То есть кто, у кого там есть деньги, у кого там есть, я не знаю, там власть, Они ее сеют. Да, оно идет вниз. И потом обратно возвращается вверх, там опять вниз. Да. Но нет такого то, что там я, вот, не знаю, вот, там достучался, и там все поменялось. Поэтому мне это кажется, ну, это бессмысленная битва. Вот, кстати, у меня, кстати, вот на этом тоже есть вопрос. Поправ ли я? Влияют ли обзоры, допустим, вот всякие на киноделов, на сценаристов, на режиссеров? Увы, допустим, вот в индустрии кто-то вот сидит, и перед тем, как, допустим, снять какой-то фильм... Там, допустим, нет, не перед тем, после там посмотрел какой-то обзор, все что угодно, критику. Да, ты прав, возможно, ты прав. Учту, и там, не знаю, в следующий как-то проект, может, лучше стал. Смотри, я расскажу тебе, как это происходит. Вот у нас есть читки, да, такой, то есть у нас есть уже сценарий на руках, то есть там, в принципе, нам сказали, ребята, через 3 месяца у вас съемки. И мы собираемся всей группой, там художники, гримеры, костюмеры, неважно, и мы начинаем его читать. Ну, каждую сцену разбирать, условно. Я рассказываю, как я там вижу, как ее снять. Это такое, это живой организм, это креатив какой-то. И очень часто уже, когда мы читаем, и мы все люди нормальные, и вдруг что-то появляется нелогичное, а почему человек поступил так и прочее. И часто звучит, что типа Бэд нам не простит, да, Бэд комедия на вас не хватает. То вот есть где-то это все-таки как-то влияет? Нет, что где-то это звучит у нас в офисе, в моем кабинете. То есть да, то есть это работает. Ну, то есть какой-то позитивный все-таки эффект? Безусловно. Но ты знаешь что? То есть люди стали бояться, что про них сделают обзор. Ну, то есть, ну, не про них лично, а... Никто не хочет, чтобы их фильм оказался в обзоре. То есть, ну, как бы потому что ты все равно посвящаешь этому, неважно, год жизни, да, там еще что-то, но это твоя жизнь. Суть в другом, что мне, как тебе сказать, я всегда кино лично я воспринимал немножко как волшебство. Что я имею в виду? Волшебство не в смысле сам процесс, а то, что кино, вообще, я считаю, что любая комедия, допустим, это допущение. Одно большое допущение, понимаешь? Я изначально не верю. То есть я обожаю «Мальчишник в Вегасе», но этого произойти не может. Понимаешь,
Ну, не может там тигр жить с Тайсоном, а вы его похитили и трахнули. Ну, не может этого всего быть, понимаешь? Это одно большое допущение, к примеру. И я также отношусь к кино. То есть вот ты мне, честно, да, скажешь, Сарик, сделай обзор там на чью-то комедию. Я не сделаю обзор. Потому что, ну, как бы мне либо понравится, либо нет. Но вот мне кажется, что проблема всех этих обзоров в излишней логике. Mm-hmm. То есть, что я сейчас не беру тебя, да, там, но... Все очень, то есть, знаешь, как будто бы все должно быть Быковым. Что все хотят, чтобы было по правде. А, там, братан пришел, вот он там воблой ударил по столу, понимаешь? Я не представляю, чтобы кино было таким. Ну, придите к Тиму Бертону, расскажите ему тогда, почему все они так себя ведут у него. Еще, ну, то есть, я сейчас вспоминаю что-то, но, понимаешь, как меня немножко печалит, что почему-то вот никого не волнует, что кажется, в Голливуде одно сплошное допущение. А мне кажется, это проблема кинодела. Это ты не создал такую реальность. Ну, не ты, я понимаю, что кинодел. Ты, да, да, ты не создал такую. То есть кино, оно создает свою реальность. И ты не создал. Ты типа мне не поверил, поэтому стал искать там. Я уже отвлекся, значит, есть куча замечательных фильмов, которые, если можно докапываться. А можно не докапываться, можно нормально сесть, посмотреть. Ты, и ты даже не обратишь на это внимания, если ты не будешь вот прям вот так вот разбирать. Я тебе скажу простую вещь. Вот, по-большому, я тебе вот уверяю, мы с тобой завтра сядем, разбирать «Титаник», мы можем так опустить это кино, уничтожить просто можем. Но он тебе дает дополнительный, он тебе помимо этого дает еще кучу, занимает твой мозг другими вещами, потому что, да, опять же, ты правильно сказал, волшебство, это правильная вещь, кино — это волшебство, а что такое волшебство, такое фокус? Смотри сюда, не смотри вот сюда, я вот здесь да, у меня плохо. Да, конечно, да, тут ты скрываешь. Безусловно, не, я про тебя рассказываю, да, вот свое отношение к этому, поэтому... Я за эти обзоры, чтобы ты понимал. Действительно, я за то, что, ну, если человек боится попасть в этот обзор, значит, он будет делать свою работу качественнее. Это правильно. Но в то же время я просто, мне кажется, за то, чтобы, может быть, даже, понимаешь, перед тем, как делать этот обзор, можно общаться с создателями и прочее. Ну, слушай, я думаю, что, нет, наверное, есть невменяемые люди, но люди зачастую, слушай, если человек пришел в кино, если он осознанно делает кино, значит, он обладает какой-то культурой, каким-то образованием, еще что-то, значит, нормально, с ними можно говорить. Ну, то есть, имеется в виду, что я посмотрел, к примеру, там, обзор, да, на Т-34. Я понимаю, что, условно, там, Женя все уводит вот в реальные концлагеря, еще что-то. Я думаю, ну, а почему они должны, ну, а почему? Ну, то есть, ну, у них нет такой задачи у их фильма, понимаешь? У них была задача, я не знаю, сделать экшен, понимаешь? Удивить, я не знаю, там, детишек, показать героизм. Да, они это сделали. То есть, они же не снимают фильм «Пианист», чтобы показывать вот такой... Ну, к примеру, я задаюсь этими вопросами. Я думаю, что, ну, как бы, понимаешь, в том же «Титанике» тоже можно сказать, слушай, да он тоже мог бы залезть на это дерево, ну, на эту дверь, и они бы вдвоем спаслись. Ну, к примеру, там, к примеру, Пёрл-Харбор, я вообще молчу какой-нибудь, что вообще можно творить там с обзорами. Ага. Я про то, что все-таки это тоже очень субъективно. Это, знаешь, как сказать, когда это уже просто становится твоей профессией, и ты, конечно, ты уже как бы ты смотришь все как обзорщик. Я не думаю, что вы уже можете что-то смотреть. Нет, я опять же, искренне. Я поэтому обожаю «Стражи Галактики». Может, сколько угодно, что он тупорылый. Я его смотрел, наверное, раз 20-30. Я каждый раз включаю, и у меня выключается мозг. Мне нравится проводить время с этими ребятами. А насчет логики... Ну, слушай, это ладно, опять же, да, все. Но, не, но это все-таки, просто такие мои мысли. Насчет логики. Некоторые фильмы обязаны быть логичными. То есть некоторые моменты... Вот, допустим, смотрел «Последний джедай» «Звездные войны»? Нет. Короче, там есть момент такой, где в космосе летит корабль, и в космосе он вниз сбрасывает бомбу так, как будто бы они находились на Земле. То есть бомба летит, несмотря на все там законы гравитации, все что угодно... Она летит, как будто бы это обычный самолет сбросил бомбу. Тогда спрашивается вопрос: у вас какой жанр? Это, ну, почему фильм происходит в космосе? То есть у тебя есть одно единственное условие снимать фильм в космосе. Вот, ты должен делать одну вещь. Там другие законы притяжения, физики, немножечко, да, там все это отличается. Тогда почему эта сцена происходит в космосе, а не на Земле? Тогда почему это «Звездные войны»? Что делают «Звездные войны»? «Звездными войнами»? Они в космосе происходят. Допустим, да, вот некоторые моменты такие, они ну, имеют. Слушай, а вот как ты относишься, допустим, к «Форсажу», там уже 44-я часть, я уже даже не... Уже даже, честно, слушай, я обожаю эти все блокбастеры, опять же, да, там не скрываю, но какая-то уже была предпоследняя, я просто встал и ушел. Это где Шарлиз Терон? Черт, нет. Нет, когда это уже с Полом Уокером, когда они прощались. Когда они так разъезжаются? Да. Ты знаешь... Ну, это же все вот просто...
эти машины уже летают, я не знаю, там эти как бы небоскребы ходят, и что там уже не происходит. Но это все, это же перебор, это же идиотизм абсолютно. Вот но в то же время миллиарды долларов, люди обожают, хорошие оценки. Но это, а как играет Вин Дизель? Он играет 20 лет с одинаковым лицом. Mm-hmm. Он вот так вот, он просто поворачивается. Вот он, вот знаешь, вот это такой поворот головы. Family. Наезд камеры, и он говорит, да, поехали. Семья. Да, один последний раз. А, ну что это, Торетто? Да, это знаешь, как любая актерская игра Дуэйна Скалы Джонсона. Тут это Rampage недавно я включил. И знаешь, он идет по лесу, и как бы спину мы видим, камера идет спиной, и я говорю, сейчас увидишь, девушке, я говорю, сейчас увидишь, он остановится, он повернется, и камера налетит на его крупный план. Он останавливается, поворачивается, камера налетает на крупный план, и говорит, там вперед! Как бы почему? Но это ни у кого не вызывает изжоги. Нет, а потому что «Форсаж» именно это и продает. Вот ты говоришь в эти моменты. Нет, именно, просто потому что это голливудский фильм, понимаешь, вот именно, и все. Именно это в трейлере. То есть я помню, я сидел... В Лос-Анджелесе, вот, там, я ничего плохого не сделал, там законная марихуана, законная, все законно, в России нет, там да, я никаких законов не нарушал, законная марихуана. Я сижу и смотрю трейлер «Форсажа», и там с самолета выбрасывают машину, она приземляется там на какое-то там шоссе в горах, потом какой-то там грузовик с пулеметом стреляет в Пола Уокера, его машина там вылетает с обрыва, и он бежит по этой там машине, прыгает, в последний момент хватается там за Эву Мендес или кого там. Я сидел такой, да, 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 и я посмотрю этот фильм. То есть они мне это и продали, не знаю, как правильно говорится. Да. Именно поэтому я, то есть нет никакого бана, я знал, на что я шел. Не, вот. Безусловно, но я тебе смотрю, вот я теперь представь ситуацию. Идет по лесу, допустим, Бондарчук. Mm. И вот камера вот так вот, то же самое летит в спину, он останавливается, поворачивается, и камера налетает, и вот в джунглях с мачете с таким в руках, он говорит, да давай, мужики, давай там, налетай. Mm. И все. Ну как бы все, обзоры, вот просто тысячи обзоров сыпятся, понимаешь? Mm. Все то же самое, один в один повтори, не будет работать. Понимаешь, Дима Нагиев там едет, допустим, я не знаю, на Феррари, из небоскреба вылетает машина, и он там успевает еще там сказать, а, крошка, я перезвоню тебе. Допустим. А просто это звучит как перевод дурацкий. То есть это вопрос аутентичности. Я верю в то, что Дуэйн Скала Джонсон, там, не знаю, там Торетто, Вин Дизель там скажет, семья, там, ты веришь, я что живу это, жизнь один раз, понимаешь, там, это вот все вопрос восприятия. То есть Голливуду мы все прощаем. Им все можно, понимаешь? Мы изначально в него верим. Мы дали им шанс на все. Поверь мне, то есть ты говоришь, аутентичность, окей. То есть если мы с тобой в Сочи, на «Жигулях», устроим «Форсаж», ну, то есть вот все аутентично. У нас не «Феррари», у нас «Жигули», у нас вот наши артисты, понимаешь, там худо-бедно какие есть. А ты все равно это будет ужасно. Это о том, что, скорее всего, чисто на культурно-ментальном уровне мы не созданы для каких-то жанров. Смотри, мы должны вот это смотри, принять есть, просто. Есть, никого не хочу, это правда так, есть вот среди каких-то кавказских народов есть вот культура занижать машины, там гонять на тачках, тонировать. Да, да. Сняли бы фильм нормальный, аутентичный, даже если по приколу. Это была бы комедия по-любому. Я бы посмотрел бы. Ну, условно, если бы там Жорик Вартанов и вот эта же история «Жигули», к примеру, нет, наверное, совсем это было абсурд. Бы смешно. Нет, это был какой-то абсурд. Ну, у нас, наверное, только так, понимаешь? Нет, если взять какого-нибудь, типа, там, не знаю, я просто, извини, я никого не хочу обидеть, там, дагестанца, да, какого-нибудь, не знаю, там, я верю, что вот такие вот, есть такие люди. Вот снять там фильм там, с долей юмора, там, с этим, я бы посмотрел бы, не знаю. Типа, это вот наше, а вот как брать и просто имитировать, я Торетто, я Дуэйн Джонсон, вот в это мне трудно поверить. И ты весь фильм смотришь, ну, что ты несешь? С тобой не так. Ну, не знаю, слушай, я думаю, что видишь, мы в итоге все сводится к тому, что мы должны снимать военное кино, комедию, драму какую-то вот такую на реальных событиях. Ну, вот еще, да, там ребята на Кинотавре покажут парочку своих там фильмов. Не, я не считаю, я считаю, что можно снимать все, что угодно, в принципе, но это просто, опять же, вопрос... Вопрос сценария. То есть, дай вот все, что охота от русского кино, вот никаких вообще не будет претензий. Просто персонаж, он что-то хочет, у него есть конфликт, есть вещи, которые мешают ему это достичь. Все, больше ничего не надо. Я хочу хоть как-то понимать, что происходит. А ты зачастую просто смотришь на бараш какой-то фигни, которая ни с того ни с сего происходит. Ты такой, кто? Почему?
Как? Что, ну, что происходит на экране? Я не понимаю, типа, в чем хоть какая-либо оно вырезай в этот фильм, в раз, как Лего, собирай его, он одно и то же будет по восприятию. Вот мне кажется, в этом проблема. Можно снимать вообще про все что угодно, если оно будет сделано чуть-чуть хотя бы вот, хоть чуть-чуть талантливо. Не талантливо даже, а хотя бы... Ну окей, ладно, назови мне тогда... чисто из интереса, вот какой-то очень жанровый российский продукт, допустим, не знаю, в жанре боевика, либо в жанре sci-fi, который, ну вот, к примеру, вот, блин, молодцы, они правильно сделали, да, все-таки это может быть в нашей стране. Я не припомню. Вот ты неправильно человека выбрал, потому что я не смотрю русское кино практически. То есть я смотрю вот то, что... Точнее, смотрел что-то когда-то, но мне просто не особо не интересно. И вот по этим причинам мне интересно. Я уже понял, что ты там, да, ну, из-за того, что 6 лет, да, прожил в LA, да. Тебе интересно западное. Но ты же понимаешь, что, живя уже здесь, по большому счету, у меня есть... как, знаешь, когда ты поешь песню на английском, меньше вероятность, что она станет хитом, чем когда ты поешь ее на русском. Это уже давно доказано. У меня в Лос-Анджелесе было самое мое любимое развлечение с моим другом. Мы покупали билеты на самые... вот всратые фильмы, там, не знаю, какие-нибудь там «Голодные игры», «Сойка пересменщица», там, «6». Мы покупаем билет там на самый задний ряд, направо или там налево, там, в бок, чтобы можно было смеяться и разговаривать громко, чтобы, ну, никто нам никаких претензий не был. Там «Буту Амадея Хэллоуин», и там черный Тайлер Перри в костюме да, бабы. Да, я понимаю. Это мой любимый, вообще-то мои любимые фильмы. И тут же... ну, вообще, почему я, кстати, на них иду? Я без цинизма, без иронии, я правда обожаю такие фильмы. Я считаю то, что фильм хороший – хорошо. Фильм плохой – хорошо. Если фильм средний, вот это уже плохо, потому что ничего не вызывает, никаких эмоций. Типа ровные. Да, типа я пришел, и что я тут делаю? Я хочу уйти. Понятно. А если фильм плохой – да. Ну вот. А с российским кино у меня с другом сейчас другое. У меня есть еще новый тип развлечения. Я иду на российский такой полуартхаус какой-нибудь, где там человек сидит, там курит сигарету. 10 минут. А что в жизни есть, брат? Нам нужно такое понятие растяжимое. Да, брат, а что такое брат? Ты меня братом назвал. А что такое брат? Все мы братья. И так вот весь мы смеемся. То есть поэтому у меня очень, да, у меня в принципе о кино странное понятие. Если... Сбитый ориентир. Сбитый это... ориентир, да. Скажи мне, вот, если так изучаешь, вот Тайлер Перри. Он его также, допустим, ненавидит в Америке, как в России ненавидит, не знаю, Сашу Невского. Трудно тут другое. Тут он же черный, нельзя его ненавидеть, во-первых. А, то есть его нельзя ненавидеть, да? Он снимает фильмы для черных. То есть в Америке как же... Ну ты же понимаешь, что они же вот как раз таки сраты, да? То есть это прям днище. Да. То есть, но... Но как только ты снимаешь фильм про черных... Все черные будут посмотреть фильм про черных. И это касается всех меньшинств. Допустим, вот сняли недавно «Сумасшедшие и богатые азиаты», не знаю, как на русском называется. Да-да-да. Все азиаты его посмотрели. Да, но да, он беспонтовый. Да? Ну, я не смотрел. Да. Там, не знаю, «Черную пантеру» все черные посмотрели. Там «Саус Парк» же это выстебывал, типа... Очень плохое кино. «Черная пантера», да? Ужаснейшее. Да, да. Я не ушел. Да. Особенно я смотрел на английском и... Там вот это там «Майнизмбака». Все, братан, спасибо, я все понял, как бы я ухожу. Да, ну, то есть это было очень сложно. Да. То есть, и они еще на английском ты четко видишь, как они все плохо играют. Blade был классный. Blade очень крутой. И они никто не бил по стене. Мы первые, мы черный герой. Нет, это Blade. Это Уэсли Снайпс. Ты приходишь, я смотрю на Уэсли Снайпса, который как, там, не знаю, самурай или, не знаю, кто там, мочит вампиров. Мне плевать, он черный, желтый, красный, зеленый. Да, это фильм, вообще не смотрю такими категориями. Фильм прикольный. Да. Мне кажется, что фильмы будут примерно вот такими. Мне кажется, вот сейчас больше всего, наверное, такое зарабатывает. Какой-то вот социально значимый, социально, феминистки, там, черные. Я думаю, это мода, когда все устаканится. Знаешь, я это сравниваю очень простые вещи. 20 лет назад, когда Альмодовар сделал свой там первый фильм про там какого-то трансвестита, еще чего-то. Ну, все его фильмы, они там либо голубые, либо трансвеститы, там еще чего-то. Весь мир говорил: вау, там новое слово, как это круто. И вот он делает их сейчас, про тех же геев. И никто их уже не смотрит. Никаких премий он уже не получает. Потому что, ну, уже все рассказали про это. Чувак, ну, уже все понятно, мы уже приняли, дай вам Бог здоровья. Все, молодцы, понимаешь? Хватит, идите друг друга трогайте за коленки и больше не снимай фильмы. Понимаешь?
как бы все, тема закрыта. Через какое-то время закроется тема про феминизм. Мы скажем, ну мы уже все поняли. Сейчас мы вот смотрели «Люди Икс», и Дженнифер Лоуренс подходит. Если слишком все поедет. Конечно, сторону, она подходит к Дженнифер Лоуренс к Маковой, и она говорит, пора бы нас переименовать в «Женщины Икс». Mm-hmm. Я думаю, да иди домой, ну что ты женщина, mm-hmm. мы смотрим кино, mm-hmm. не порт нам аппетит, понимаешь? Как бы, и это происходит везде. И «История игрушек 4», понимаешь, все мальчики дебилы, все женщины классные, и они умные. А, все, ну то есть это тоже закончится. То есть когда все меньшинства накушаются, то есть все уже, потому что, ну как бы, слушай, мы же все уже приняли «Холокост», мы же все помнили 2 миллиона великих фильмов, все случилось. Про чернокожих mm-hmm. мы приняли, все случилось. Про геев тоже, я думаю, что тема закрыта. Сейчас еще про девочек закроется тема. Снимут какой-нибудь еще байопик под названием «Харви». Ух, еще как не закрыто. «Секс-машина». Первый гей-супергерой. Первый трансгендер-супергерой. Первый черный трансгендер гей-супергерой. Это уже все будет трэш. Я вот как бы не любил бы Казахстан, это моя родина, но я просто заметил то, что вот все люди в определенный момент оттуда вот творчески решают как-то оттуда уехать. И достигают каких-то там успехов уже после того, как они оттуда уезжают. И... Но все равно для этого нужна же какая-то вот доля сумасшедшести, доля, наверное, как по-русски это сказать, храбрости. Да. Да. Вот у тебя вот когда вот возник момент, типа, все, я здесь потолок или что? Ты знаешь... Мы были, в принципе, популярны в Кустанае. У нас была своя команда КВН, которая там была чемпионом области, города, там, типа, многократно. Mm. То есть, по-серьезному. И нас там уже, мы даже шутки продавали в высшую лигу КВН. Mm. И, то есть, ну, как бы, я там в свои 15 лет шел по улице, и меня кто-то действительно узнавал, там, братьев моих тем более, потому что они были старше, сексуальнее. Mm. Самое главное. Самое главное, да. Но, опять же, слушай, я снял своему другу клип в 16 лет, и его показывали в Казахстане, прямо на федеральном канале. То есть такой был DJ Bugs. Он потом какие-то там граммофоны получал уже как, ну, автор песен. Не суть. То есть у нас было где-то 9 друзей. Очень творческих. Mm-hmm. И мы в какой-то момент... То есть я бы никогда не переехал один. Для этого нужна смелость. Мы переехали 9 человек. Мы сначала поехали в Питер, потому что нам сказали, что в Питере культурная столица. Мы в это поверили. Подожди, стой. Меня все равно в голове не устаканивается. Это... Группа из 9 человек, да. Вот 9 друзей. Да. Вот там, вот... Трое из них были певцы. И вы такие, давайте мы в 9-ром, это да. Не то, что вдвоем, мы, да. Давайте мы в 9-ром поедем в Питер из Кустаная. Да, и мы, в принципе, мы были единственными творческими людьми в Кустанае, все 9. В тот момент, когда мы оттуда уехали, ага. Творчество в Кустанае закончилось. В тот момент, понимаешь? Ага. Окей, просто я не знаю никого, кто бы в 9-ром уезжал. Слушай, ну ты пойми, сколько ты можешь заработать в Кустанае в месяц? Mm-hmm. В 2000 или в 99 году? $150, $120, а квартира стоит 200. Ты не можешь потянуть это один. А когда вы в 9-ром, вы такие... То есть у нас на троих у братьев было $700. Mm-hmm. Там у кого-то было 500. И мы такие понимаем, ну как бы вот если мы все скинемся, то есть это вообще чуть ли не полгода жизни. Mm-hmm. И это как бы разумное решение. Уже другой вопрос, конечно, когда вы 9 человек живете в двухкомнатной квартире, понимаешь, mm-hmm. спите так вот штабелями, вы начинаете друг друга ненавидеть через 2 месяца, там mm-hmm. уже дружба заканчивается в какой-то момент. А дальше в Москву все 9 поехали или кто-то сдался? Нет, сдался. То есть некоторые... То есть у нас двое ребят вернулись обратно. Ну, у них были более-менее обеспеченные родители, и было куда вернуться. У нас было чуть проще. Мы как-то переночевали на вокзале втроем, короче, три брата. На вокзале ночевали? Да. Нас выгнали с квартиры. Знаешь, это раньше были эти модные темы, короче, тебе сначала сдают квартиры, а вечером приходят менты и говорят, документы, то все, и выгоняют тебя с квартиры. Это был такой бизнес. То есть люди каждый день так зарабатывали. И мы как бы попались на такую удочку, и что делать? Мы поехали ночевать на вокзал. И опять же, ну как бы очень больно, и такие, ну все, ребята, все, и давай маме звонить по очереди. Ну и там, ну у нас мама в этом плане, она такая, папа более мягкий, он сказал, да, там приезжайте, мама сказала, нет, а что вы скажете, ребята, mm-hmm. как не стыдно, что у вас не получилось? Но вот эти штуки, как бы они тебя мотивируют, ну да, получилось. И, подожди, ты сам был готов сдаться? Ну, слушай, опять же, ты же это внутренне, если тебе скажут, ну, конечно, мы тебе рады, приезжай, ты у меня самый лучший сынок. Mm-hmm. Ты скажешь, ну, блин, хоть где-то мне рады, понимаешь? Да. А здесь-то мне не рады, в этой там, в Москве. Mm-hmm. Поэтому
в этом плане, видишь, опять же, вот родители, семья — это важная вещь. То есть в тебя верят, тебе говорят, нет, мы вот вас верим, ребята. Вы же здесь смогли в Кустанае, вас же вас знали, значит, ты там сможешь, как бы, давай, пробуй. И, соответственно, ты остаешься. Ну, и в какой-то момент что-то, одна ниточка к другой, ну, слушай, мы вот переехали в 2002-м уже в Москву, а первый фильм непосредственно съемки у меня были в 2008-м. Ну, то есть, в принципе, это 6 лет вот этих, ну, страданий. То есть я работал ведущим, там есть, что брат мой там работал в клубе осветителем, другой мой брат там подрабатывал каким-то менеджером. У нас даже была история, я и мой старший брат, который музыкальный продюсер, мы пошли устраиваться грузчиками с ним вдвоем. Но самое страшное, что нас не взяли. Нас это еще больше обидело. Да, вы даже на грузчиков? Нас даже грузчиками не берут, мы обречены. А что, мышц было мало? Да, ну мы худые, маленькие, это я там сейчас, понимаешь, раздобрел. А ты просто дрыщ, понимаешь? Он говорит, мальчик, ты уходи, как бы. И это было очень смешно. Не, ну мы прошли очень много там таких трогательных моментов. У нас на Преображенке была квартира, мы ее снимали. Как было, короче, ну мы же черные, скажем так, да, там. Тогда это было, ну, пострашнее, сегодня уже все лояльны. И мы не могли сами снять квартиру, потому что, ну, как бы, подозрительные мы лица. А до сих пор, кстати, я когда снимаю, да? Только для славян. Я такой, вау, окей, ладно, хорошо. Ну пусть славяне здесь и живут, хорошо. Хорошо, да. Не, и у нас, короче, наши друзья, парень, девушка, как пара, сняли квартиру, но в ней стали жить мы. То есть нас уже было шестеро. И однажды утром, часов 7 утра, просто кто-то открывает ключом дверь, заходит, а это, ну, хозяйка. А брат мой старший спал на полу, а у него, знаешь, были длинные волосы, как у тебя, и он одевал шапку, ну, чтобы они, знаешь, после того, как он помоется, чтобы они у него, типа, хорошо лежали, не знаю для чего. Она к нему подходит, и так, знаешь, он ногой говорит, черный, в моем доме черный. А он открывает глаза, он не понимает, что происходит. В итоге она нас всех, вот в 7 утра, выгоняет на улицу, а это был февраль, было дико холодно, забирает паспорта. И что делать? Ну, он там по соседству был, ну, вот клуб как раз, где вот мы ведущими работали. Ну, поехали в клуб там, сидели. Ну, в итоге поехал наш друг, забрал наши паспорта. А как она узнала? Ей, пожалуй, соседи сказали, что дома постоянно моются. Ну, то есть из-за того, что живет 6 человек, ну, понимаешь, душ, ну, как бы долго работает. Утром работает, вечером. И как бы там женщина что-то заподозрила, говорит, много моются. И как бы, ну... Не, ну, хорошо же, чистоплотные люди. Да, живут. Чистоплотные, нормальные люди, понимаешь, ведут себя прилично. Ну, как бы так происходит. Сколько, ну, то есть 9 поехало, 2 уехало, да? 2 уехало. Одна девочка, с нами еще девушка одна была, она была джаз-певицей в Кустанае. Потрясающе пела. Ну, она вот мужчину нашла в Москве и как бы так отсоединился от нас. Нас осталось 6. Потом, да, один парень тоже вернулся в Кустанае. Но в итоге из всех тех, кто вот уехал из Кустанае, нас осталось вот 4. А кто 5? А, да, вот девочка Наташа, Олег Цой и мы 3 брата. Ну, Олег Цой, он работает до сих пор диджеем, там музыку придумывает, талантливый парень. Это просто очень довольно интересно и очень красиво, как то, что вы братья. То есть почему про этот фильм не снимете? То есть вы приехали непонятно куда. Я уверен, факт того, что вы братья, это, наверное, помогло. Если были просто друзья, наверное, да. Разбежались бы, нет? Да. Имеет значение, да. Да, потому что, ну, просто друзья-то уже уехали, а тут как бы семья, вы вместе, и как-то... Что-то в этом есть, по-моему. Что-то в этом есть трогательное. То, что вы не сдались, то, что... И даже когда у вас получилось, казалось бы, вот, мы уже сняли фильм. В интернете такая реакция. На, нет, получи, давай еще снимем фильм. Ну, здесь есть какой-то вот... Какой-то потенциал для истории. Нет, слушай, я один из моих любимых фильмов — это вот «Парни из Джерси» Клинта Иствуда. Понятно, что он там в виде мюзикла. Но я обожаю это кино, потому что меня вообще трогают все эти истории именно про друзей, про братьев. То есть они в меня попадают, да, там про семью, какие-то вот про преодоление. Ну, слушай, мы же все каждый там плачем над чем-то своим и смеемся над своим. Поэтому это вот как бы моя тема. Но опять же, понимаешь, вот можно по-разному воспринимать жизнь. Я обо всем этом рассказываю с юмором, и я это с юмором преодолел. А можно обозлиться, понимаешь, и снимать артхаус про то, как ты приехал в Москву, и все москвичи плохие. Про ментов, которые меня выгнали. Я же такое могу сделать, понимаешь? А я, ну, у меня нет этого. Да я не помню их лица. А, у нас еще смешная была история. Это уже была другая квартира. Тоже пришла полиция. Зашли, а только мужики. И он посмотрел все документы, и он говорит, мужики, а вы хоть натуралы?
И вот опять мой старший брат. А он, видимо, тогда еще не знал значения слова «натурал». Mm-hmm. Он думал, что это как раз типа «пидорас» означает. И он говорит, нет, ну что, мы нормальные. И когда он говорил «нет», это я видел лицо этого мента. То есть, ну, это смешно, понимаешь? Да, это же мы сейчас все разбираемся. Натурал, гендер, какие-то все эти слова. Это никто вообще ничего не понимал. Какие были слова, такие были. Ну, да, это все мило. Все это мило. Но слушай. Друг наш, Олег Цой, очень жадный человек. Ну, вот есть такая категория людей, понимаешь? И он, короче, знал, что если там до пятерочки какой-то километр нужно было идти, и там майонез стоил, типа, по-моему, 11 рублей. А в магазине внизу, в перекрестке, он стоил 13. И он сказал, да вы что, да вы вот вы транжиры армянские, я сейчас пойду, я сэкономлю, короче. И в итоге он шел километр до пятерочки, его по дороге поймали менты, отобрали у него 1000 рублей последние и отправили обратно. Понимаешь? Это вот, ну... Такие, ну вот, знаешь, до сих пор у меня такое иногда бывает, я иду вот по Никитской иду, а там есть какой-то миграционный центр, и я вижу, как останавливают мигрантов, и вот мне, знаешь, прям, вот мне вот хочется подойти и сказать, ну вот как вам не стыдно, вот, полиция, ну вот оставьте людей в покое, потому что вот это все, ну он же специально стоит у этой двери, где миграционка, и ну понятное дело, что половина людей из них выходит, которые еще не получили это разрешение, что это будет через несколько дней. И ты вот, ну, понимаешь, вот эта вот несправедливость, когда мы говорим, почему вот фильмы про справедливость или несправедливость так попадают в зрители. Ну, я не гражданин России, я тоже испытываю. Это все происходит. Меня часто останавливает полиция, да? Часто спрашивают документы. Да. Ну, опять же, и я там... не воспринимаю это как я. Окей, не, это, я тебе говорю, что слушай, Содерберг говорил одну гениальную фразу, что быть злым и там непонятным намного легче, чем быть там добрым и веселым. Вот что-то такое он нес. Мне кажется, это... Это работа над собой. Сейчас, я не знаю, если ты читал новости, в Голливуде компании предлагают сервис. Искусственный интеллект заранее просчитывает, сколько ты денег соберешь. Ты туда вбиваешь там... каст, какой у тебя будет, там, я не знаю, всякую информацию, он тебе говорит, ну, примерно вот ты вот, знаешь, если ты вот этого, типа, уберешь вот этого чувака, поставишь вместо него другого, там, возьмешь, там, не знаю, вот, да, какие-то манипуляции сделаешь, то ты чуть больше соберешь, вот, и там сейчас вот на рынок вышли сразу несколько компаний, они, по-моему, между собой как-то конкурируют, и это начинает наталкивать на определенные мысли, типа, насколько это все-таки действительно искусство, и насколько это продукт, вот, где эта вот грань? Смотри, грань, ну, как тебе сказать, просто меня всегда раздражало, когда исключают то, что это продукт, и в то же время всегда раздражало, что исключают, что это искусство. То есть все те, кто шел радикальным путем, всегда проигрывали. Знаешь, там есть, ну, там понятно, что обычные люди не знают этих историй, но в России очень часто такое бывало, когда приезжает какой-нибудь олигарх из Красноярска, ну, у которого там, допустим, завод по производству там говна и пыли, неважно, и он стал очень богатым. Ну, вот он просто производит колбасу каждый день, сотни тысяч людей ее кушают, и он однажды просыпается и говорит, а чего, я и кино могу делать. Я же, говорит, колбасу произвел и кино произведу. Приезжает в Москву и начинает производить кино. Через 2-3 фильма он разворачивается и уезжает обратно, потому что к нему, видимо, приходит осознание, что это не колбаса. То есть в любом кино, абсолютно в любом, есть этот элемент искусства, магии. Как ни крути, то есть понятно, что это вымышленные какие-то, может быть, там стереотипы, но магия присутствует, понимаешь? Вот представь себе, вот люди в черном сейчас выходили. Вот я тебе прихожу, вот ты мой продюсер, неважно, мой инвестор. Я прихожу, я тебе говорю, вот на бумаге, я говорю, смотри, вот люди в черном перезапускаем. Ты же понимаешь, что это за бренд, миллиарды долларов там в прошлом. Крис Хемсворт, Тор. Девочка, она с ним играла в Торе. Это вообще разрыв. Черная. Все черные придут. То есть все правильно. Лиам Нисон. Ты же понимаешь, что такое Лиам Нисон. Там еще придут взрослые. Аудитория 40+ наша. А еще у нас маленькая собачка, какие-то животные. Еще все дети наши. И ты такой конкретный, говоришь, да, чувак, все. Надо делать, мы порвем. Вот выходят чуваки. Они даже они в России, где вообще, в принципе, ну, обожают такой продукт, не собирают ничего. То есть парадокс. По всему миру провал. То есть, ты понимаешь, что на бумаге это и искусство, и продукт. То есть, это о том, что ни один робот никогда это не подсчитает. Потому что на бумаге это мега-рентабельный проект. На деле, ну, и так же, как и последние Люди X. То есть, неловко смотреть, там, этот Фассбендер уже и так пыхтит, и сяк пыхтит, понимаешь? Там, Дженнифер Лоуренс что-то пытается, но
Я тебе скажу такую вещь, что вот мы с Димой Нагиевым общались недавно по этому поводу. Если нету содержания, то ни один артист тебя не спасет. Если нечего играть, ну что, ну ты можешь на пустом месте давать мокрые глаза, выжимать слезу, но если за этим ничего не стоит, опять вопрос о том, что ты прав, что первый акт фильма должен был быть длинный, что все должны были быть реально раскрыты, рассказаны. Не где-то там в середине фильма он стал рассказывать про брата, понимаешь, ты уже как бы, ну чувак, я уже понял, что ты как бы, ну все уже не получилось, понимаешь? А, ну как бы правильно должно было быть сделано. Это о том, что вот, да, сценарий основа. Сценарий основа, хороших сценаристов в России очень мало. Те, что есть, сошли с ума, говорят, что они стоят 10 миллионов рублей за полный метр. Ну, как бы, а 10 миллионов рублей — это, в принципе, все, что ты можешь взять у Минкульта, допустим. Ну, это очень странно, заплатить только сценаристу. Ну, это идиотизм. То есть у нас еще люди не понимают, как устроен рынок. У нас есть артисты, которые просят, как он устроен? То есть это так, он никак не устроен. Никак? Человек просто поднимает трубку и называет любую сумму. Вот так устроен этот рынок. Вот и все. То есть никакой нет какого-то... А где профсоюзы? То есть во всем мире есть профсоюзы. Слушай, я вот снимал «Ограбление» по-американски. Все очень просто. Ты, допустим, не имеешь права... ты сейчас, чтобы люди поняли. То есть ты производишь фильм. До твоего мотора там, ты должен утвердить художника-постановщика за 12 недель до твоего мотора. Так требует профсоюз. То есть это 3 месяца. Понимаешь? Если ты пытаешься как-то подхалтурить, то все и прочее, тебе просто профсоюз не дает как бы лицензию на производство этого фильма, понимаешь? Страховая под тебя не подписывается, и ты просто не снимаешь кино, к тебе не приходит артист. То есть ты должен выдержать все правила. То есть никто не обсуждает твою ставку. То есть ты не можешь как артист-поэпизодник просто сказать, что ты стоишь, я не знаю, $1000. Нет, ты сыграл в одном фильме, у тебя было там, я не знаю, 2 сцены, значит, ты уже стоишь таких денег. Ты играл в фильме без слов, значит, ты все-таки массовка. То есть у тебя, то есть ты стоишь в определенной градации, понимаешь? У меня близкий друг... Чем больше тебе кредитов... Там... Да, у меня близкий друг играл в «Джонни Уике» сейчас, там еще в других фильмах, таких студийных. И он мой друг. Я не могу себе позволить снять его. Вот мы сейчас снимали «Родину», я не могу себе позволить его снять. Он мой близкий друг, потому что он... У него агентство «Уильям Моррис», он состоит в профсоюзе. То есть я понимаю, что... То есть он уже... В «Джонни Уике» он произнес одну фразу. Но он уже стоит в неделю... Что-то это, по-моему, там $10,000 в неделю. То есть ты не можешь там брать артиста на один день. Ты покупаешь его на неделю. Понимаешь? То есть там это у нас в России, там ты платишь за смену. Там, то есть, допустим, там чувакам типа Броуди ты платишь там за весь проект. То есть неважно, месяц снимаешь, два. То есть это аккордная сумма, да? То есть ты ему заплатил, условно, миллион. И он с тобой сидит в этом Новом Орлеане. Да, снять, переснять, никаких переработок не существует. То есть ты не заботишься о том, что ему сегодня нужно вечером на спектакль. Ну, там, или к маме успеть, еще что-то. То есть таких разговоров нет. Это другая индустрия, понимаешь? К этому нужно прийти, а у нас нету профсоюза. Ну, опять же, другая индустрия. Вот как думаешь, для развивающейся индустрии они нужны вот сейчас, эти профсоюзы? То есть, чтобы это же ведь все еще дополнительные. То есть, мне как человек, как морально, то есть, вот на человеческом уровне, конечно, нужны. То есть, потому что вот эти вот там. Защищают твои права как работника. Как работник, это правильно, это людям надо семьи кормить. Но если смотреть вот чисто холодным, злым, капиталистическим вот таким вот взглядом, и учитывая, что типа эта индустрия развивается. Они как... Или все-таки они сейчас уже нужны? Вот честно тебе скажу, что если в России появятся профсоюзы у всех, будет в два раза меньше российских фильмов. То есть вместо 140 фильмов будет 70. Ну, значит, они дважды будут думать, на что давать деньги. Нет, дело не в давать деньги. Нет? Дело в том, что сегодня, по-честному, если у тебя есть дружеские отношения с 20-30 людьми, ты можешь сказать: братцы, давайте мы выйдем там... я не знаю, эту смену снимем, через недельку я вам заплачу. То есть в Америке никто не выйдет на смену. Ты даже не имеешь права такое сказать. Если ты такое сказал, ты просто попадешь в какой-нибудь черный список. Если мы говорим про профсоюзные вещи. И, соответственно, ты просто не снимаешь. То есть логика простая: нет денег — не снимай кино. В России, если у тебя там есть какие-то первые деньги, еще чего-то, ты можешь там в долг что-то замутить. Знаешь, вот это слово такое. Поэтому очень много фильмов, они мутятся. Понимаешь, а фильмы нужно не мутить, а как бы просто снимать, заниматься своим делом. Поэтому профсоюзы нужны, но еще вот я тебе скажу, что еще рано. Я изначально хотел быть режиссером. Просто в армянской семье, а я из такой ортодоксальной армянской семьи, где все решает папа, он мне сказал, что он не понимает, что это за профессия, еще и в Кустанае нет таких профессий, то есть, нету вуза. Пойдешь на журналистику. Я год отучился,
И, соответственно, ну, я не знаю, что-то вот ёкнуло, и мне позволили с братьями рвануть в Москву. И, соответственно, ну, я поступил вот... В ВГИК я не мог поступить, потому что был гражданин Казахстана, и там 10 тысяч долларов стоило обучение. Но ты закончил, или ты в определенный момент у тебя начало идти, не, или ты бросил? Не-не-не, я закончил. Я вот поступил в 2002, в 2004 я закончил. Слушай, да, по-моему, так было. Не жалеешь, как ты думаешь? Это не было пустой тратой времени? Да нет, я спустя месяц понял, что это не совсем то, что нужно. Я поинтересовался и понял, что везде в России учат так. Мне кажется, это вообще... Мне кажется, киношкола — это такая вещь, которая была там раньше нужна, потому что где ты еще возьмешь это оборудование? Я понимаю, о чем ты, да. То, что ты можешь снимать на халяву, там, условно, за счет ВГИК или еще чего-то, да? Там да, пленка есть еще. Это тебе надо окей, и тебе, если повезет, если тебе какой-нибудь действительно хороший профессор попадется, да, может быть, да, ты что-то там оттуда вытащишь. Нет, как тебе сказать, я все равно нет, я за профессию. Просто я считаю, что, в принципе, не обязательно учиться даже 2 года. Все, что преподают, все приемы, ну, как бы вот монтаж, еще чего-то, 1.5 года достаточно. Тут важное чувство все-таки то, что ты общаешься с людьми, которые уже что-то сделали. Да, они не сделали «Терминатор 2», но они что-то делали, понимаешь, в этой жизни. Какой-то успех их преследовал. И как бы это прикольно. Знаешь, все эти вещи все равно они облагораживают, когда ты уважаешь там старших. Тут, наверное, что больше? Тут, наверное, просто скорее за... То, что ты окружаешься людьми, которые тоже этим горят, если повезет, да, конечно. И вы вместе можете стать какой-то командой. И, да, да, да. В теории. В этом, да. Тут ты, наверное, платишь больше за какой-то вот общий... Давай назовем это ужасным словом «тусовкой». За тусовку, да. Да, да. То есть у меня просто тусовка ассоциируется там с кокаинщиками, которые на патриарших, понимаешь, я это не уважаю. Но в целом, ты прав. Ты обмениваешься... опытом, понимаешь? Ты обмениваешься, то есть вы обмениваетесь знанием кино. То есть для меня был самый большой стресс, когда я серьезно говорю, что я вырос на голливудском кино. Признаюсь тебе честно, я не смотрел российское кино. Почти никогда в жизни, пока я не пришел в киношколу. Потому что для меня, как бы, я ребенок 90-х. Первые видики появились, первые кассеты, то есть какое нафиг советское кино, понимаешь? Ну да, но его крутят там в Новый год, там «Ирония судьбы», вот тебе все советское кино. Я вырос на «Крепких орешках», «Терминаторах» и прочее. И я пришел, я вот помню даже прям первый урок. И нам один из мастеров говорит... он сказал, напишите свой любимый фильм. И мы все написали свой любимый фильм. И тогда я написал «Бойцовский клуб». И он минут 30 меня оскорблял. То есть, ну, как сказать... изначально все устроено так, что все, что ты смотрел в жизни, это говно, все твои ориентиры говно, а вот сейчас мы тебя научим. А ты пробовал сказать, нет, профессор, твой вкус говно? А он один раз меня выгнал из класса, он еще был очень старый, я сейчас боялся, что может что-то случиться, я сам уже ушел. Да, то есть это как бы... тебя никто не научит, как делать Человека-паука. Тебя никто не научит... Ну, Человек-паук, я имею в виду, тебя никто не научит технологии. Тебе будут говорить, снимай душой, вложи сердце и прочее. Эти вещи не видны на экране. То есть, не хочу никого расстраивать, но все эти разговоры «снимай душой» нет. Есть сценарий, это документ. Если этот документ плохой, то и фильм плохой. Понимаешь, если этот документ хороший и талантливый, то вероятность, что хороший фильм... тоже уже большой. Это очень, простые вещи, понимаешь? Опять же, субъективные. Поэтому, почему так много вот этих санных артхаусников, понимаешь? И на самом деле, нет, это потому это, что это, вот такие это, киношколы. Это касается, наверное, большинства людей, да, но в индустрии есть, их там по пальцам, конечно, можно взять. То есть, да, обольщаться не нужно, потому что 99,9% людей так не смогут, но в индустрии все еще есть такие режиссеры, которые, вот ты читаешь сценарий, что происходит? А смотришь фильм, я вижу. То есть тут чувствуется стиль, тут чувствуется какая-то эстетика, тут чувствуется... Тарантино, еще что-то. У Тарантино очень мощный сценарий. Они очень все равно киноманские, против. Я думаю, что если бы обычный человек прочитал сценарий Тарантино, он бы... Именно, ты читаешь... Чем мне нравится Тарантино, то, что у него каждая сцена практически для меня... Я, наверное, спойлерю, наверное, один из следующих видео, я просто прописал недавно. Тарантино, он пишет так сцены, то, что вот идет диалог, но этот диалог, он вместо экшена. И ты вот так вот слушаешь, как люди разговаривают, они просто говорят, там никто не стреляется, они просто спорят. И мне кажется, ключ здесь в том, что персонажи хотят разные вещи. Я хочу одно, ты хочешь другое. Зритель знает, что они хотят разных вещей. И они вот так вот
ну, ты, и ты чувствуешь этот подтекст, и висит вот это вот в воздухе. Даже когда ты читаешь, такой, ух, блин, что сейчас произойдет? Да. Поэтому тут у Тарантино, что визуальный стиль, ну, можно, конечно, спорить, что он там диджей, то, что он ворует, все такое, но сценарий у него замечательный. Он чувствует какой-то прям фибрами души, как кинематограф работает. А я говорю про, я не знаю, допустим, там взять какого-нибудь там Рёфна, да, то есть да, у него ты смотришь, тебе интересно, тут вроде ничего такого нету, каких-то там сценарных, каких-то там сумасшедших ходов, но он снимает прикольно. Ты знаешь... Но опять же, Рёфн, не каждый же Рёфн. Это же, который Драйв. Драйв, да. А вот Драйв — единственный приличный фильм. Вот как бы все, что я тебе могу про это сказать. А вот эти «Бог простит» он делал с этим, или как это называлось, Райан Гослинг. Только «Бог простит». Только «Бог простит», да. Вот как бы только Райан Гослинг и простил его, я думаю. Но как бы это все... Все это, опять же, субъективно, понимаешь? Ты немножко ушел в артхаус. Я вообще не про это кино. То есть я просто о существовании его знаю, но я стараюсь его избегать, потому что я не понимаю, что это несет, я не понимаю, как это вдохновляет, чему это учит. То есть я на стороне развлекательного кино, я на стороне зрительского. То есть думаешь, что кино, ну ладно, как, ничему это учит? Кино должно вдохновлять. Должно. Меня не может вдохновлять груз 200, когда человеку бутылку в жопу засунули. Я не могу этим вдохновляться, понимаешь? Я хочу вдохновляться простыми вещами. То есть я хочу вдохновляться там любовью, семьей, волшебством, детьми, еще чего-то. Я не хочу вдохновляться чернухой. И у этого всего есть разный тон, понимаешь? Одно дело, когда я там смотрю Клинта Иствуда, там «Таинственную реку», я понимаю, то есть это абсолютно жанровое кино, это криминальная драма, я это понимаю. А когда я вот, ну, вижу вот эти все, как бы, я это называю очень грубыми словами, я не скрываю, что я терпеть не могу эти высеры, понимаешь, фестивальные, я не понимаю. То есть это просто модно это любить, понимаешь? Это вот люди создают такой замкнутый круг. Сатанисты как? Это секта, понимаешь? То есть они как сатанисты создают этот замкнутый круг и начинают друг друга хвалить. И все. Я отчасти согласен. Такого много. Мне кажется, просто артхаус — это идеальная форма для того, чтобы... Мне кажется, всем стыдно. Типа, конечно, я понял. Да, я понял. Понял я этот фильм. Да, он классный. Но мне кажется, не большинство, но есть довольно такая жирная прослойка людей, которые... на самом деле не понимает, что там происходит, но говорит, что понимает, им это нравится. В Великобритании провели исследование, что 70% людей врут, что читали те или иные книги. Я тоже вру, я постоянно меня как спрашиваю, читал, да? Читал? А, вот. Нет. А почему просто, ну как бы неловко хотят казаться умнее? То же самое артхаус, понимаешь, когда ты говоришь, а ты понимаешь, почему в конце того фильма он съел там сначала своего ребенка, а потом себя? Все такие, а, ну это какая-то метафора, символизм. Да нет, это просто говно, понимаешь, и все, как бы тут не надо искать этих каких-то причин. То есть если ты не понял фильм, это проблемы абсолютно создателя этого фильма. Значит, он настолько несостоятелен, как творческая личность, что он не смог до тебя донести свою мысль. А тут смотри, тут мне кажется, это да, но это твой взгляд такой, потому что ты часто говоришь, что ты делаешь кино для зрителя. Да, но это, ну, кино, а искусство, оно же разнообразное, да, вот ты делаешь такое, кто-то делает другое. В этом лишь тот момент, что искусство — это выбор, и я не против того, что кто-то там с каким-то психологическим расстройством человек хочет посмотреть артхаус. Я как бы не против. Тут скорее больше вопрос для, ну, то есть я не считаю то, что ты обязан делать для зрителя. Если делаешь для себя, слава богу, типа, если у тебя есть возможности, там, деньги тебе выделяют, и ты снимаешь для себя в первую очередь, то мне кажется, что это тоже имеет вполне себе... Это даже, наверное, как-то более ценно. То есть лично для какого-то более искушенного зрителя, то есть ты уже миллиард раз видел одну и ту же историю, там мальчик влюбился в девочку, там плохой парень, хороший парень, все что угодно. Иногда охота, интересно же, вот как-то вот через искусство, через других каких-то, через то, что они делают, как-то им как-то в голову залезть и посмотреть... Чем живет вот этот вот автор, какие у него какие-то интересные, может быть, мысли есть. То есть это тоже как entertainment своего рода. Он тоже... Слушай, мы все разные, понятное дело, и потребляем мы разное. Поэтому все, что я говорю, это исключительно мое видение мира, понимаешь? И я, вот как раз я
не навязывают. Но мне кажется, это очень важно сделать, потому что я просто очень боюсь, что тебе сейчас в комментариях опять скажут, блин... Да мне все равно. Обо мне уже столько всего сказано за 10 лет в комментариях, я к тому, что это правильная ремарка, что это ты так видишь, твое видение. Слушай, мы всегда, когда и я, и брат мой, мы когда идем на мастер-класс, мы говорим, что мы исключительно рассказываем про свой опыт и про свой видение. То есть я не могу рассказать про чужое кино. Я купил книжку «Как делается кино» этого Сидни Люмета. И он вначале говорит, что, ребята, все, что я здесь пишу, я пишу на примере своих собственных фильмов. Я читал эту книгу, да. Все, то есть как бы, вот он делал «Собачий полдень», делал он «12 разгневанных мужчин». Вот о себе пишу, понимаешь? И как бы я, ну, как бы уважаю этот подход. Просто меня раздражает, ну, то есть, понимаешь, это же такая вечная война, меня раздражает, что когда... То есть это вообще нужно донести всем вот этим фестивальным ребятам, что никто из нас не виноват, что на их фильмы никто не ходит. Мы никак не причастны к этому, понимаешь? То есть если они не знают, для кого они делают, либо наоборот, они знают, для кого они делают, а их людей, ну просто нет, понимаешь? В 140-миллионной стране, если твой фильм посмотрели 20-30 тысяч человек, но это даже, как тебе сказать, у меня родственников больше, понимаешь? Если я просто сниму свой крупный план, на мой фильм придет больше, я сниму фильм под названием «Сарик», я соберу больше, чем там вот сейчас там фильм, допустим, артхаусный «Выше неба» или какой он там с «Кинотавра». «Миллион рублей в четверг». Я не видел эти фильмы, может, они потрясающие, может, и «Дылда» хорошее кино. И не в этом суть. Я просто про то, что никто из нас, коммерческих людей, развлекательных, неважно там, не виноват в том, что их аудитории не существует, что это кино нишевое. То есть, а все критики, все обвинения, они, то есть они не ищут проблемы в себе, они ищут проблемы в нас. Причем тут мы? Мне кажется, нет. Мне кажется, можно совмещать коммерцию с искусством. Тут просто вопрос... Единицы пример. Единицы вообще в мире таких примеров. То есть типа вот Иньярриту, да, там 21 грамм. Это потрясающий метод. Там «Сука, любовь», «Выживший». Это все ведь в глобальном арт. Но при этом собирающий огромные деньги. Но опять же, если в твоем арте играет Ди Каприо, все-таки это уже не арт. Понимаешь, это тоже все-таки условный вот разговор. Насчет Сидни Люмета книга. Мне нравится, там она начинается с очень интересного примера, говоря об артхаусе и о том, как люди неправильно его воспринимают. Он, по-моему, в самом начале книги приводит пример, как он с Куросавой общался по поводу одного из его фильмов, и он говорит: «Акира, вот у тебя как там сумасшедший кадр, у тебя да. кадр вообще нереально крутой». Вот я не помню, что он там говорит. Я тебе расскажу, я помню. Он, наверное, значит там то-то. Он говорит: «Нет, чувак, слева была фабрика Sony, справа была дорога, по-другому я снять не мог». Это было единственное место, куда можно было поставить камеру. Да. Ну да, это зачастую, ну то есть, как сказать, мне даже рассказывали, ну вот опять же, когда в школе учился, нам приходили люди, которые еще там застали как-то Тарковского и прочее, они говорили, что когда Тарковский ездил на мастер-классы, люди в зале там поднимали руки и говорили там: «Андрей, вот там в той-то сцене у вас трещина на стене, скажите, что она символизирует». Он говорит: «Какая трещина?» То есть человек даже не в курсе. Ну, то есть люди начинают искать смыслы там, где их даже не закладывали. Это просто вопрос немножечко там того, что от тебя ждут, понимаешь? Уже, ну, не знаю, мне тяжело в этом плане тебе сказать. То есть что все это кино, конечно же, разное, но кино ли это, понимаешь? С другой кино стороны, ли это? Вот с этого нужно начинать. С другой стороны, я все равно немножко вот так вот смотрю. Мне кажется, неважно, что... Автор туда вкладывал, важно, что ты сам оттуда вытащил. Вот и все, да. То есть, допустим, если вот ты ничего не вытащил, ты имел в виду, допустим, то, что вот эта трещина означает там раскол в нашем обществе, да, допустим, вот ты это вот имел в виду. Мне кажется, это на 100% точно так же, это твоя, все еще твоя интерпретация, что это значит, как автора. И я, как зритель, имею право на свою интерпретацию, что это значит, а может, ничего не значит, а может, на что-то другое значит. Потому что это просто моя способность к интерпретации против твоей способности к интерпретации. Это же не значит то, что автор настолько вот он создал абсолютную метафору. То есть вот эта трещина, она 100% значит что-то. Типа, мне кажется, она так не работает. Слушай, я вообще воспринимаю кино исключительно как целостный продукт. Я не живу в категории... такой хороший был фрагмент, или там такая хорошая была трещина. То есть я вышел из зала, и у меня есть ощущение, мне либо понравилось, либо нет. Не существует других градаций. Все остальные — это как бы уже немножко игры, ну, в искусство, понимаешь? Как тебе сказать? У меня к этому простой подход. Зачем чесать ухо вот так, когда оно чешется вот так? Ну, так же удобнее, да? Зачем мы друг друга обманываем, что вот так нужно чесать ухо? Поэтому, к примеру, когда я смотрю фильм там, я просто на днях пересматривал «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом,
Для меня это, вдохновляет. Вот он человек, вот он чернокожий, понимаешь? В тяжелой жизни, он бегает с утра до вечера, у него сын. И в конце его берут на работу, понимаешь, у него мокрые глаза, и я плачу вместе с ним. Это кино помогает мне жить. Я просыпаюсь на следующее утро, и я говорю, вот черт, не все в моей жизни еще потеряно. Если вот он смог, и я могу. Меня это вдохновляет, я хочу жить, понимаешь? Кино и искусство в первую очередь созданы для этого. Я так считаю, это мое мнение. То есть, и если ты можешь донести простым способом, рассказав историю отца и сына до людей, до миллионов людей, то ты мощнее и сильнее, чем тот чувак, который, понимаешь, там, я не знаю, допустим, трахнул муху, понимаешь, а это был какой-то символизм. Ну, то есть, ну, как бы вот. Спорно, я не знаю, я не считаю, что, типа, я не считаю, что популярность — это критерий к качеству. Ну что, мы будем спорить, что Габриэль Муччино талантливый человек, понимаешь, что погоня за счастьем плохой? Ну, не-не-не, я к тому, что... Ну, понимаешь, к общему принципу... Я не говорю про популярность, я говорю про воздействие, понимаешь? Я, как кинематографист, не хочу воздействовать на 10 человек, я хочу говорить с миллионами. Понимаешь? В моем случае, то у меня было максимум 2 миллиона зрителей в кинотеатрах, да, там на фильме «Непрощенный». Я поговорил. У меня еще будет там 10 миллионов в интернете, я не знаю, 10 миллионов, наверное, на телеке и прочее. Я разговариваю. Это действительно разговор. То есть в 140-миллионной стране я рассказал историю человека, которая меня волновала, которого я лично знаю. А я смог это сделать, и как бы это мое самовыражение, понимаешь? Если кто-то мне скажет, что я хотел заработать там на «Непрощенном», то есть это, ну, как бы вот он будет гореть в аду, потому что я этого не сделал. А у тебя много таких фильмов, когда ты вот заранее знаешь то, что... Не то, что заранее знаешь. Репутационных, я это называю. К тому, что вот, скорее всего, не соберет, но я это сделаю. Да, у нас вот и «Землетрясение», и «Мамы», и «Непрощенный», «Ограбление по-американски» в какой-то степени. Все это делалось таким заделом. То есть не потерять. Ребят, встанем в ноль. Вот такие разговоры. Понимаешь? Если вдруг получится заработать, то супер. То есть больше какой-то авторский интерес. Ты знаешь, интерес, ну вот наше, вот как бы вот авторство, ну вот в хорошем смысле этого слова, художественный, да, я подразумеваю вот в такой классической голливудской драме, я ее называю, да, там, как вот «Землетрясение», «Непрощенный», все равно есть надежда, где очень понятные взаимоотношения, где понятны люди, боли их, понятно событие, которое с ними произошло. Я с одной девушкой стал встречаться лет 10 назад. Утром я стал встречаться, а вечером мы уже разошлись. Потому что мы пошли смотреть, я, Зеленский, она... Вова Зеленский, который сейчас президентом стал. Мы пошли посмотреть фильм этот, «Принц Персии», где Джилленхол играл. Да. И ну, мы вышли втроем после фильма, и мы говорим, Вов, ну чего там? Ну, он говорит, да что, ну там музыка классная, снята, все движется, все дерутся, да, блин, классно, все, интертеймент. Я такой, ну да. И он говорит, а вы знаете, ребята, я такие фильмы не люблю. Вот мой любимый фильм, там такой сюжет, девушка в конце превращается в стул. И как бы, ну, в принципе, мы с Вовой, в принципе, ушли. Потому что мы пропагандируем разные вещи, понимаешь? Ну, как бы, я говорю, что, как тебе сказать, я очень не люблю там бесхребетных людей. Вот есть такие бесхребетные люди, которые за все. Ой, я и геев люблю, и лесбиянок люблю, и животными готов. Я вот, я человек мира, понимаешь, вот это все. Я этих людей не понимаю. У человека должны быть в жизни принципы, понимаешь? У меня есть определенные принципы. То есть я... Я не пытаюсь никому понравиться. Я говорю, не люблю я ваш артхаус. Не люблю, все. Я его не смотрю, не задавайте мне про него вопросы. Зачастую, а вот «Принц Персии»? «Принц Персии»? Просто сейчас, может, пока я уже не помню, 10 лет прошло. Я к тому, что, да, это развлекательное кино, но это плохое развлекательное кино, тебе не кажется? Я, то есть, как я могу их в этом обвинить? То есть, понимаешь, они попытались меня развлечь. Они ничего плохого со мной не сделали, понимаешь? Они не показали мне никакой грязи. Они не попытались как-то, я не знаю, взбаламутить мой внутренний мир, понимаешь? Чтобы я вышел сейчас, то есть меня никто не обманывал. Я же видел трейлер, я играл в компьютерную игрушку, я пришел. А вот ты когда смотришь западные фильмы, ты не чувствуешь прям вот холодную продюсерскую руку, которая... Я вижу, что вы тут делаете. Допустим, там передается... Если вы не смотрели «Мстители. Финал», ну, типа, извините, уже прошло сколько-то месяцев, но это даже не спойлер, типа, вы, наверное, в пещере жили. Когда... Ну, сколько ты... Все люди на планете, по-моему, посмотрели уже. Да. Когда там в конце передается... Капитан Америка, он уже старый, говорит, ты будешь новым Капитаном Америка. И он, извини, он черный. Да. И я не против этого, но я как бы, я вот смотрю на сборы «Черной пантеры», смотрю сюда, и такой, я, кажется, вижу... Логику. Логику, да. Конечно. То есть я, и говоря вот о том, что меня никто не пытается обмануть, и все такое, и вот ты смотришь весь фильм «Мстители», там, не знаю, идет сцена похорон Тони Старка, тоже, извините за спойлеры, но
Да, да, да. Вот. И там, по-моему, если мне сейчас память не отшибла, там, по-моему, чуть ли не каждый персонаж общается с каждым другим персонажем. Я такой, я вижу, что вы делаете, Дисней. Вы сейчас хотите просто прочухать, какая вот динамика персонажей работает лучше друг с другом, чтобы потом снимать ну, отдельные фильмы. И ты вот весь фильм смотришь эти «Мстители», я вижу, что вы делаете. Вы меня, ну, да. Вы меня вот так вот пропитываете. А почему ты их в этом обвиняешь? Нет, я не про это. Я к тому, что... Да, безусловно, они щупают зрителя. Охота есть... же прийти на фильм, расслабиться и, ну, выключить этот мозг свой. И, ну, если мы говорим про интертеймент, получить этот интертеймент. Но видишь, у них же целая вселенная, поэтому они все это пытаются между собой замешать. Когда был первый «Железный человек», допустим, ничего подобного не было. Ну, то есть это просто был потрясающий фильм, да? Первый, да, классный. Да. Не знаю, меня тронуло, ты знаешь, стоит Джон Фавро, я понимаю, вот они уважают этого режиссера, ну, понятно, он еще играл там в этих фильмах, что они его уважают, он стоит первый, камера ползет, что это дань уважения, то есть я и так говорю, что это дань уважения всему этому, всей этой вселенной, что они так ее закрывают. Меня это тронуло, то есть хотя все равно затянуто, блин, 2 часа 30 минут или сколько, это очень все сложно. 3 часа 20 минут, по-моему, шел, и я понимаю, вау. Но в зале сидят дети, детки, по-моему, даже плакали, когда умирал Тони Старк. Все, они молодцы. Вот это, то есть, поверь мне, «Мстители» для воспитания там ребенка 7-8-летнего делают больше, чем любое другое кино. Вот опять кино. Же, кстати, извини, что возвращаюсь, я бью эту уже, этих защитников вот так вот. Да бей, господи. Но смотри, вот, о воспитании. Вот мне кажется, вы пропустили там момент, вот говоря о воспитании. То есть я вижу идею, то, что они вот вместе там соединяют руки. Дружба или что-то народов, да, такое, вот. Да. Но я, типа, если там чуть-чуть думать, я вижу эту метафору. Но вот опять же, если смотреть там тех же «Стражей Галактики», там вот точно такой же момент есть, и он работает, потому что они весь фильм друг с другом не ладят. А потом ладят, а да. Потом единственный во всей, из всех там миллионов разных путей, как выиграть этого злодея, вот есть только один способ его выиграть. Это отбросить все свои там не... эго, да, и вместе... взявшись за руки, его победить. Все фильмы про это, да, да, глобально. Да, да. И это работает, потому что они не ладят постоянно, что-то у них не то, не могут сработаться. Да, да, да. Вот. И вот эта вот концовка, она является, собственно, вот кульминацией этой темы. Вот. И как будто бы вот тут тоже опять вопрос к сценаристу, почему... Тут просто давайте возьмемся за руки. Давайте. Да, идея есть, да. То есть ты понимаешь, что это про дружбу народов, то есть ты это считал, то есть мы хотели действительно рассказать про. Ну, то есть, вот этот поучительный момент, что слушай, по большому счету, мы сидим в Москве, ты казах, я армянин. Я родился в Армении, я жил в Казахстане там 16 лет, и мы сидим в Москве. То есть это же чудо. Понимаешь, по большому счету. И это все история про это. То есть, чтобы вот не потерять вот это, то, что было на постсоветском пространстве, какое-то вот понимание, что твой сосед, он не твой враг, что граница условно, да, то, что там вот сейчас с Грузией произошло, что ну как бы, братцы, ну зачем? Да, идея это хорошая. Вот, потому, что, вот ты говоришь вот сценаристу, сценарист, вот я хочу... Я не знаю, как это работает. Я условно. Да, все это, слушай, мы проговаривали очень много, мы очень много об этом говорили. Ну, видишь, видимо, да, это в какой-то, это наше упущение. Надо было, наверное, других людей нанимать. Но это все уже, знаешь... А где берутся вообще эти, вот как, вот допустим, вот конкретно... Они заканчивают киноведческие факультеты, сценарные факультеты. Они пишут потом какие-то сериалы, еще что-то. А потом как-то... оказываются в твоем поле зрения, либо кто-то советует, еще что-то. Может, это системная вот проблема школ здесь или что? Системная проблема школ, потому что никто не учит писать жанровое кино. Человеку сразу говорят, превратись в конце в стул. И он пишет душой пишет, понимаешь, просто вот как бы извергает всю душу, о себе рассказывает. Не надо рассказывать о себе. Я не думаю, что Джон Фавро рассказывает о себе, понимаешь? Я не думаю, что Габриэль Мучино рассказывает о себе. Они рассказывают историю, понимаешь? Да, мы все вкладываем, то есть, какие-то вещи от себя, там, наверное, какой-то фразы, может быть, там, какого-то события из жизни, понимаешь? Я там в «Непрощенном», вот мы снимали эту историю, когда девочка бежит к Нагиеву и протягивает ему, говорит, папа, гастрит заработаешь, прочее. Это история из моей жизни. Это я так уходил из дома, и мой сын ко мне прибежал. Один в один я ее просто туда вставил, понимаешь? Вопрос в другом, что... И что? Ну да, ну фрагмент, но в целом-то я рассказываю одну, я рассказываю историю для людей, понимаешь? А скажи мне, вот что было вот в «Непрощенном»? Потому что я вот посмотрел его, и я не... То есть у меня... Я неправильно, видимо, его понял. То есть в конце я просто как-то стараюсь
это же все равно фильм более такой вот с какой-то моралью, правильно? Да. Вот я смотрю больше вот так вот на вещи. То есть если глаз за глаз, и весь мир, он останется слепым. И тут человек вот отомстил, и как бы это правильно. Как бы, ну, как подается, типа, вот он герой. Вот убил человека, он отомстил. Да, 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 хорошо. Детей убили поэтому. Но это все равно человек отомстил, убил другого человека, и как-то я вот как будто бы что-то вот... Я уверен, что я что-то пропустил. Нет, здесь. Ты ничего не пропустил. В чем суть? Я просто считаю, что хорошее кино — это такая немножко шекспировская драма. Все эти драмы, они пошли от Шекспира, понимаешь? Где у каждого есть своя правда. У главного героя есть своя правда. У того парня есть своя правда. То есть даже у этих представителей компании есть своя правда. То есть все по своему праву, но все несчастны. Понимаешь, это, как в моем понимании, ну, такая настоящая драма, в которой, как вот «Таинственная река». Вот все правы. И Шон Пен прав, и Робинс прав, понимаешь, и жены их правы. Но произошла трагедия. Понимаешь? Вот и как, и теперь всем с этим нужно жить. И герою, который убил, с этим жить, понимаешь? И это тот самый вопрос. То есть мы и в трейлере, и на афишах мы задавали этот вопрос. А как бы поступил ты? То есть это как раз тот самый диалог со зрителем. На суде, по-моему, даже была такая фраза, да? А как бы поступили вы, увидев своих детей в гробу? Он произнес ее реально, да? И я задаю этот вопрос зрителям. То есть я не закрываю этот вопрос в своем фильме, понимаешь? Да, то есть у нас изначально не было этой истории с котенком, ее придумал Дима Нагиев. Это он слезно меня попросил. Он сказал, что фильм не может закончиться на обреченности. Нужна надежда. Пусть будет новая жизнь в этом котенке. И он прав, понимаешь? Потому что многие люди именно как бы слезы наступают в этот момент, когда ты понимаешь, что ну вот, как бы вот он тот маленькая крупица смысла жизни, понимаешь? А это метафора, та самая, очень понятная. Знаешь, у меня на пресс-конференции спрашивали, вот почему это такая понятная метафора? Я говорю, ты что, больной, что ли? А почему она должна быть непонятной? То есть, в смысле, я должен делать непонятно ради чего? Понимаешь, конечно, я делаю понятно. И это вот, ну, для меня эта история как раз такой вопрос со зрителем. И это работает, потому что в России очень сильно тема справедливости есть. Очень сильно. Почему? Несправедливость очень актуальна. Да, тема, да, очень актуальна. Да, и начиная от всех этих «за наши налоги вы снимаете», и заканчивая там другими вещами, там, не знаю, рухнул самолет, и никто нам толком не говорит из-за чего. Это же все вот эти темы, понимаешь? Поэтому такой был резонанс. То есть оно просто попадает в зрителя. Я просто понял одну такую вещь, что в России, когда ты делаешь драму, все за правду. То есть все должно быть по правде. Вот ну так устроено. Понимаешь, вот когда по правде, все, мы любим твой фильм, он хороший. То есть вот такой должен быть тон. Это вот все равно там в Америке ты можешь снять какую-то драму, полностью ее выдумать. И все будут счастливы. То есть у нас все-таки, ты знаешь, как мне сказал вот Юрий Стоянов, артист, он сказал, мы просто, у нас был очень разный 20 век с Западом, поэтому мы по-разному воспринимаем жизнь. То есть у нас были войны, голод, распады и прочее, поэтому у нас что-то другие. Что думаешь по поводу Чернобыля? То есть я, насколько вот, если посмотреть в интернете, то публика разделилась на два лагеря. Одни говорят «замечательно», а другие говорят «ужасно, переврали, не так, как в жизни было». И вот как ты думаешь, что важнее? Нормальную, ну, интересную историю рассказать? Или же все-таки быть, там, не знаю, как можно ближе к тому, что было на самом деле, чтобы там, ну, уважение там, к событиям? Да, к погибшим. Вот. Понимаешь, это вопрос вот именно этичный. Я когда делал «Землетрясение непрощенного», это еще кавказский момент, да, то есть «Непрощенный» — это история осетинская, «Землетрясение» — армянское, то есть я не могу подвести этих людей. Это очень тонкий лед. Я не могу подвести этих людей, да, потому что я сам армянин. Наверное, если бы я снимал про Чернобыль, я думаю, что я бы там такого бы наворотил. То есть мне как раз было бы уже, наверное, важно рассказать про историю, потому что я не чувствую Чернобыль. Это было в каком-то очень далеком моем детстве, и я никогда об этом толком не задумывался, пока не стали появляться эти фильмы, понимаешь? И, ну, когда я посмотрел, я понял, что речь шла о 60 миллионах человек, которые могли погибнуть, и наши смогли это предотвратить. Да, там, радикальными способами, да, и там, ну, опять же, как показывает сериал, там было и вранье, и все на свете, но я понимаю, ну, блин, 60 минут, реально от Минска до Киева могло бы просто не существовать ничего. Мне понравилось, знаешь, что мне понравилось? Когда я смотрю «Игру престолов», я понимаю, что мы так не можем сделать. Вот просто у нас не хватит мощностей. Ну, то есть, вот это, по-моему, третья серия в восьмом сезоне, битва, да, с Ходоками.
Она снималась 50 с чем-то смен. Я могу врать. 50 с чем-то смен, одна вот эта битва. Так фильм можно снять. Полтора фильма можно снять. Если не больше. Это о том, что я не могу себе представить, чтобы в России кто-то дал 50 смен на одну битву. У тебя будет 2 дня. Ну, то есть ничего невозможно. То есть все это будет плохо, понимаешь? И я сразу расслабляюсь, понимаю, что вот они могут только они, просто кайфанул. Когда посмотрел «Чернобыль», я понимаю, что, блин, это, я не знаю, условно 15 декораций, в которые просто очень потрясающие диалоги, очень хорошо играют люди. То есть это можно сделать. Mm-hmm. Именно вот на Электрозаводской, понимаешь, можно построить и сделать. Тут, да. Но... тут есть такое. Да, это я к тебе... Вот тут у меня немножко зависть появилась, что, блин, вот все, вот видишь, материал какой сумасшедший. Во-первых, смелый. В России тебе никто не даст сделать кино про плохого чиновника. Mm-hmm. Нет, дадут, нет. Если там, вот как Юра Быков, ты можешь, безусловно, сделать. Ну, в концовка там какая? Там очень безопасная. В Чернобыле? Нет, у Быкова, как этот фильм, «Завод». В «Заводе». А там концовочка такая, то что типа... Ну, он хотел сделать, то есть там по поводу «Завода», он хотел, чтобы он был коммерческим, он вообще себе придумал, что это боевик. И видишь, я не смог усидеть на всех этих стульях. То есть, либо когда ты делаешь развлекательное, оно должно быть прям развлекательным. Оно не может, ну, как бы быть еще немножко таким. Ну, как мне кажется, в России вот сейчас, вот в этой индустрии пока не может. Ну, не суть, да, там не про Юру. Про Чернобыль. Я думаю, что, блин, вот как Чернобыль, в теории мы можем. Типа технологически у нас есть все эти возможности сделать, как Чернобыль. Но у нас нет таких сценаристов. Mm-hmm. Опять же, у нас нет такого сценария. То есть, может быть, здесь нет. У нас, прости, я не хочу оскорблять. По-любому есть сценаристы хорошие. Не в системе, скажем. Либо они не в системе, либо, когда ты принесешь на телеканал этот сериал вот с таким посылом... Рискованно. Экономили... Ага. Людей пускали просто как на мясо, еще что-то. Все. Ну, как просто забракуют. Ну, то есть, ни один генпродюсер канала не подставит себя так, чтобы сделать такой продукт. Я не знаю, мне кажется, как раз-таки, вот именно если вот жестить про то, что в советское время, вот, допустим, там людей отправляли на мясо, мне кажется, просто сейчас современные фильмы, они, по-моему, только этим и занимаются. То, что раньше это было плохо. А вот сейчас, при нашей власти, все хорошо. То есть, мне кажется, в этом плане как раз-таки бы, наверное, одобрили. Тут, скорее всего, именно проблема в том, что она именно вот как ну, драматически очень трудно такое написать. Да, слушай, наверное. Конечно, все это сложно. Другой же еще вопрос. Зря ты говоришь, что про «Совок» снимают плохо. Нет, мне кажется, его только романтизируют. Наоборот, людям говорят, что вот было великое прошлое, хоккей был классный. Не, знаешь, как они снимают? Классно, они снимают классно. То, что люди были хорошие. Мы-то... Русский народ, мы-то вот, мы молодцы. Да. Мы, несмотря на эту дурацкую гнилую систему, наш дух русский, он ее... Вот, здесь такой посыл идет. Система беспонтовая. А вот люди мы хорошие. Но все равно, короче, Чернобыль сделан тонко. Он сделан тонко, можно к нему по-разному относиться, можно даже подумать, что это какая-то агитка со стороны Запада про то, что мы... такие говноделы, мы строили такие атомные электростанции, мы губили людей, еще чего-то. Может быть, есть и такой посыл. Мы не знаем, это политический посыл тоже может быть во всем этом, да? Но мне кажется, что важный момент, блин, вот дай бог, чтобы вся заказуха в мире была такая. Конечно, вот где же, сука, что же Крымский мост не такая потрясающая заказуха, понимаешь? Можно тут очень, ну, знаешь, умничать, тут сидеть, говорить про плохую Америку, но... Камон, давайте тоже делать такую заказуху. Да, я причем, опять же, типа, можно сколько угодно ругать Чернобыль за там политический подоплеку, но я уверен, что вот когда мы снимем свой ответ, а его, по-моему, снимают уже, что-то вроде такого вот да происходит, нет, ребята... мне кажется, он не, даже близко слушай, не будет. Слушай, в защиту ребят, которые снимают сейчас, вот, ну, вот когда падали аисты, там Даня Козловский, режиссер, они это начали задолго раньше. До HBO, то есть просто так совпало. Я думаю, что... Представляешь, какой-то серьезный стресс? То есть люди искренне делают кино, и выходит Чернобыль, и теперь что бы они ни сделали, их будут сравнивать, и они будут в таком поле, в стрессовом. Потому что, ну, слушай, ты же не сможешь достучаться до всех зрителей, сказать, да не, ребята, это не ответка, это не, я не знаю, не ремейк. Но люди этого не понимают. То есть я думаю, что... Не знаю, когда у них фильм выходит, но я думаю, что это, к сожалению, может обернуться для них, ну... Ну, это, знаешь, как если бы... Я не знаю, 8 лет назад никто бы не знал про «Игру престолов» и снимал бы, я не знаю, какую-нибудь там историческую вот такую вот историю. И вот выходит «Игра престолов», и через 6 месяцев выходишь ты. На что ты можешь рассчитывать? Пока мы звук переставляли, Сарик рассказал историю про суицид.
Не свой такой, про свой суицид. Ну, Марат Насырова. Да, да, да. Вот, и то, что ты думаешь, что человеку все хорошо, на самом деле у него все плохо. Это же, кстати, довольно-таки распространено вот в мире интертеймента, в мире развлечений. Среди комиков очень много депрессии. Все держат лицо просто. Я тебе скажу больше, что когда вот мы приезжаем на какой-нибудь российский кинорынок, и, ну, там, знаешь, в рамках там ЦПШ, неважно, коропрокат, а еще чего-то, все представляют свои фильмы, но все продюсеры сидят в одном ряду. И, ну, все очень важно рассказывают, как у них хорошо дела, но в реальности у всех дела очень плохо. Поэтому, знаешь, это так устроено. То есть мы же уже взрослые мальчики, знаешь. Мой друг говорил великую вещь. Он говорил, что если ты хочешь играть со взрослыми мальчиками, перестань носить шортики. Думаешь, поэтому ты не можешь жаловаться. Почему вот именно вот в индустрии развлечений так развита вот именно депрессия? Вот все несчастливы. Вот кого не ткнешь? Потому что я думаю, что люди, которые приходят в искусство, они думают, что там счастье. И они сильно обманываются, когда с годами понимают, что нет. Что это так, к сожалению или к счастью, сам это образ просто, жизни может быть какой-то. Что это просто такая же работа. Что ты в какой-то момент все равно понимаешь, что счастье все равно не в этом, а в таких же простых вещах. Что счастье, оно, я не знаю, в любви, в взаимопонимании, еще в чем-то. То есть счастье, оно такое же, как у слесаря, как, я не знаю, у водопроводчика. Неважно, то есть неважно, чем ты занимаешься. Это всего лишь, ну, то есть то, что ты несешь в мир, понимаешь, это твое занятие. Но я просто думаю, что очень многие люди, им тяжело с этим справиться. И тяжело справиться с тем, что они не дошли до туда, докуда мечтали дойти. Потому что я думаю, что каждый, кто первый раз, я не знаю, пытается кровью на холсте что-то нарисовать, он мечтает быть там Кандинским или Малевичем, а остается, я не знаю, там Васечкиным, к примеру. И я думаю, что это, конечно, его гнетет. А как вот... думаешь, что насчет, наоборот, вот этих вот, там, не знаю, Робин Уильямс? Казалось бы, один из самых величайших, да, там, комиков, причем комик, человек, который, его профессия — веселить людей, а у него, оказывается, как он был суицид. Да и, слушай, он не только комик, он же играл в потрясающих драмах, там и 200-летний человек, и «Умница Уилл Хантинг», вопрос... Там, ну, понятное дело, у него была еще какая-то болезнь, да? Да. Знаешь, это как меня вот... я был очень расстроен, когда Тони Скотт бросился с моста. Я такой думаю, ну, блин, тебе уже за 70, да, там твоему брату почти 80. Ну что, почему именно сейчас, да, то есть ты уже, в принципе, всю жизнь прожил. И там тоже был слух, что он узнал про рак и прочее, что он как бы не стал это терпеть. Для меня это загадки, то есть, ну, если ты снял там такие потрясающие фильмы, как «Гнев», и там, и почему ты это делаешь, ты уже выполнил миссию в жизни, ну, как бы я считаю, да, там, и Ридли Скотт, и Тони Скотт, но я не могу объяснить там. С Муратом Насыровым, вот я просто рассказал эту историю, да, что там в 2006 году пришел Атар Кушанашвили к нам. Мы сидели на киностудии Горького в столовой, он сказал, что Мурат бросился из окна, и все застыли. Ну, это шок, понимаешь? Но и там я понимал, потому что мы, когда переехали в Москву, я был ведущим в ночных клубах, у брата моего была маленькая звукостудия там на Щелковской, внутри ночного клуба, ну, там буквально там комнатка, я не знаю, 2 квадратных метра. И Мурат Насыров приходил выступать в этот клуб, и я помню эту сцену, когда он вышел на сцену и сказал: «У меня очень много новых песен, но они никому не нужны». А все хотят только... И поэтому и включилось «Я — это ты». И я понимаю, что он для него это боль. То есть люди каждый этого ждут, же, а для него это боль. То есть я думаю, что очень сложно вот справиться именно с такими вещами. Понимаешь, да вроде бы, наверное, это его и кормило, еще чего-то. Поэтому тут вот сложно, потому что я думаю, что все вот эти группы Бонни М, которые поют там «Сани», там, я не знаю, миллионный раз, они просто ненавидят это, понимаешь? И это как я вот там у себя недавно писал, что когда Коппола выходил получать «За крестного отца», он сказал, что мой лучший фильм еще впереди. А лучшего фильма впереди не произошло. Понимаешь? Я думаю, что эти все вещи, они формируют вот эту самую депрессию. Вроде как весь мир, ну, чтит тебя за какую-то заслугу, но ты сам собой недоволен. Это, ну, слушай, я думаю, что просто... Мне вот всегда, когда говорят, вот мы хотим быть артистами, режиссерами, я вообще отговариваю людей. Не надо. Ну, то есть есть большое количество профессий, где вы можете точно понимать, что вас ждет, вы сможете выстроить какую-то карьеру, приходить там в 7 вечера домой, понимаешь, и все будет у вас нормально. А, ну, то есть, ну, если вы вдруг готовы к голоду, стрессу, к унижению и к прочему, то идите. Ну, понимаешь, тут мы в такое время живем, когда люди... Мне кажется, вот медиа, фильмы те же, не знаю, там телевизор, сериалы, они вот
по крайней мере, вот моему поколению, наверное, немножечко психику порушили. То есть мы, ну не мы, то есть вот поколение, но сравнивает вот какую-то вот состоятельность в жизни, то есть как человека, там, не знаю, там, со славой. Там, не знаю, вот я, допустим, там знаменит, у меня там столько-то лайков, у меня там столько-то, не знаю, там просмотров, столько-то комментариев. Вот все, я успешен. Вот, вот это вот число равно моя ценность. И да. Мне кажется, это очень опасная логика. Мне кажется, особенно вот современные дети, которые вырастают полностью там в Инстаграме, то есть они сразу же, как только начинают там говорить, что у меня есть двоюродный брат, он же в Инстаграме сидит. И я не знаю, насколько это вот правильно чисто психологически вот прививать вот такой вот механизм. Ты смотри, я расслабился по поводу того, что у моего ребенка есть телефон, и что он уже сам может зайти в YouTube и прочее, то есть там посмотреть мультики. Я понял, что я не могу быть интереснее интернета. Угу. В этом плане всем нужно расслабиться. Это современное общество. То есть мои родители могли быть интереснее пистолетика, который там был, я играл в войнушки, еще чего-то, всегда это было. Тут очень все равно важные вещи, что нужно сформировать все равно как бы истинную ценность. Что, понимаешь, истинная ценность, она все равно, да, там, в дружбе, там, в любви, там, в взаимопонимании, вот, в очень простых вещах. Потому mm-hmm. что когда тебе 6-7 лет, неважно, 10, ты еще не можешь понимать там сложно подчиненные какие-то истории. Ты понимаешь, какие-то очевидные, понимаешь? Я просто, как тебе сказать, очень многие страдающие люди, которых я в жизни встречал, это зачастую очень недолюбленные дети в детстве. Mm-hmm. Mm-hmm. Это какая-то сложная история, там, я не знаю, папа пил, я не знаю, мама била, еще вот какие-то такие истории, и дети недолюблены. И когда они вырастают, и злость, и все вот это вот желание самореализоваться, повесить в Инстаграм, смотрите, у меня есть наконец-то яхта, еще что-то, это все идет оттуда. То есть я всегда призываю, что просто, ну, у нас есть возможность вырастить поколение, ну, любить, просто подарить заботу, mm-hmm. понимаешь, и они вырастут самодостаточными. То есть mm-hmm. у них не будет ощущения, что машина создана для того, что, то есть, купи дорогую машину и унизь соседа, у которого нет машины. Mm-hmm. То есть это же ужасная ментальность. Я, к сожалению, больше чем уверен, что она в основном на постсоветском пространстве. То, что, знаешь, мы когда снимали первый фильм, на «Лопухи», у меня монтажер, мне кажется, 6 месяц не получал зарплату, нам не платили. А инвестор пришел и сказал, я помню, он так снял очки, сказал, знаешь, сколько стоят эти очки, за 1000 долларов купил, одел и ушел. Mm. И я не понимаю, зачем он это сделал. То есть ты ему не платишь зарплату, но в то же время ты как бы унизил его, что у тебя очки за 1000 долларов. Это страшное вот это поколение. Mm. И как раз таки это поколение взрослых, которые вот когда совок развалился, они дорвались. Кто богатые люди в России? Это все люди за 50. Они все застали Советский Союз. То есть это как бы люди немножко с убогой ментальностью. То есть все вот эти олигархи, минигархи, которых я знаю, это очень печальное зрелище. Mm-hmm. Потому что мы-то себе представляем Биллов Гейтсов. А как думаешь, они счастливы? Они? Да. Нет. Вот то, они, свои... они счастливы только в самообмане. Они считают, что счастье в деньгах, они могут все купить, подарить какой-нибудь женщине квартиру, понимаешь, и думать, что она любит, еще что-то. Это, ну, это такая большая глупость. Но я тешу себя тем, что, условно, если мое поколение, твое, разбогатеет и дойдет до кого-то, что мы не так будем себя вести. Что мы не будем инвестировать в чепуху, понимаешь? Мы не будем покупать яхту за 40 миллионов долларов, мы будем помогать людям, детям, mm-hmm. я не знаю, еще что-то. То есть, я, то есть, по крайней мере, мой план, если я когда-нибудь дойду до какого-то такого состояния, то есть я не потрачу свое время на глупость, понимаешь? И это уже мы современное поколение. То есть, думаешь, из-за того, что они подавляли какой-то вот позыв... Они были в подавленной истории, да, и в какой-то момент потом пришел капитализм, который сказал, что все измеряется деньгами, ребята. Есть деньги, ты лучший, нет денег. То есть, mm-hmm. это не так работает. Слушай, я, допустим, я не уважаю количество денег у человека, я уважаю количество таланта. Mm-hmm. То есть у меня очень простой подход. То есть большинство моих друзей, ну, как бы, ужасное слово, нищеброды, понимаешь? Mm-hmm. Вот большинство моих друзей. И меня это никак не коробит, мне с ними реально интересно. Мне зачастую неинтересно, когда я сижу, и человек начинает рассказывать, какие у него часы, какая у него одежда. Я вообще в этом ничего не секу. То есть я в жизни не носил ни дорогих обычно часов. Обычно с такими людьми даже неинтересно говорить, не понимаю. И нечего рассказать. У меня вызывает немножко даже, знаешь, мы с кем-то сидим, и он говорит, смотри, какие у него часы. Я думаю, какие часы, в смысле? Mm. То есть кто-то знает, сколько это все стоит, понимаешь? Они живут вот в этом мире. И поэтому, почему у меня в определенный момент
вызывает вот вся эта фестивальная история, когда люди идут по красной дорожке. У меня вызывает раздражение, когда человек идет по красной дорожке, люди не обсуждают его фильм. Они обсуждают, в каком платье и какой бриллиант на ней. То есть это получается, что это ярмарка тщеславия. То есть что? То есть мы якобы создали социальное фестивальное кино, которое должно заботиться, сделано из лучших позывов, но на самом деле это просто ярмарка, в которой куча актрис проходит по ковровой дорожке, видимо, куча олигархов в этот момент тоже сидят к ним, присматриваются, кто проходит, понимаешь? То есть это же ужасно. А вот мне кажется, это что Инстаграм, это и есть такая вот версия. Это версия продать себя, да. То есть поэтому мне кажется, что вот, мне кажется, это опасно детей туда пускать. Вот, чтобы они с такого раннего возраста испытали вот это вот. Да с детьми нужно говорить, понимаешь, как и с любым человеком. Потому что если ты запретишь, это будет как с совком история. Человек вырвется и станет еще хуже. Он может сойти с ума, понимаешь? А так как бы... Вот видишь, вот девочка, у нее 3 миллиона подписчиков. Видишь, 80 фотографий ее жопы. То есть как бы, ну... То есть она, ну, не совсем правильно поняла жизнь. Ну вот как бы вот какие-то такие штуки, наверное, нужно говорить. А как ты, вот, допустим, со своими детьми? Вот ты полностью... Ты сначала боролся, или это постепенно как-то зашло? Вот? А нет, я там года до 3-4 только советские мультики. Типа там «Бонифаций», «Бременские музыканты», все вот эти песенки. Потому что они... Во-первых, это очень короткая форма, да, они же всегда там 5-10 минут идут. Но они действительно очень добрые. Потому что там... Заметьте, в советских мультиках там практически никогда нет злодея. То есть там нет вот этой классической структуры, что есть герой, есть злодей, они что-то, ну, борются и прочее. А вот до определенного возраста это, а сейчас уже нет. Он, конечно, смотрит и все там, весь Голливуд. А соцсети и вот эти вот постоянно... Потому что, знаешь, чем еще соцсети, наверное, вредны? Они тебя приучают к мгновенному вот получение удовольствия. Вот прямо сейчас, сейчас мне надо посмотреть вот этот ролик, посмотреть эту картинку, лайк здесь, лайк. То есть ты, у тебя мозг, вот этот, ты наркоту какой-то получаешь. Слушай, я себя поймал на мысли, это ужасно. Я вот захожу к людям в сторис в Инстаграме, блин, это же 15 секунд, казалось бы. Охота дальше. Казалось бы, Сарик, ну что, 15 секунд, посмотри, на третьей секунде я листаю. То есть мы все превратились вот в это поколение, а ты прикинь, мы говорим про фильм двухчасовой. То есть чтобы человек высидел, это с ума сойти, какой труд. Я себя поймал на такой странной, идиотской, тупой абсолютно привычке. И мне нужен интертеймент, в то время как я получаю интертеймент. Меня развлекают, я смотрю сериал, смотрю фильм, не знаю, смотрю ролик на YouTube. Телефон, я достаю телефон, мне здесь тоже нужно, чтобы меня здесь развлекали. Да, потому да, что да, этого да. развлечения недостаточно, мне нужно поднимать дозу. Я не знаю, мне кажется, я скоро себе еще один телефон куплю. Это действительно наркотики. Мне этого мало. Раньше мне этого достаточно было. Теперь мне это недостаточно. Теперь нужно еще с телефоном сидеть. Но найди в себе силы просто удалить, допустим, с какого-нибудь Фейсбука или еще что-то. Я удалился. По одной простой причине. Я был везде, то есть сейчас я только в Инстаграме. Я вот просто, знаешь, у меня там было типа каких-то 20 тысяч подписчиков. Я очень прошу меня разбанить. Разбань меня, пожалуйста, в Инстаграме. Я хочу. А ты у меня в бане, да? Да, я хочу. Серьезно? Я хочу зайти и посмотреть, что там происходит. Ну, окей, окей. Не, ты мне просто скажи, как ты пишешься. Конечно. Я просто, не, знаешь, я никогда не блокирую людей, которые пишут мне, ну, какие-то там приличные оскорбления, скажем так. Знаешь, ну, когда ты понимаешь, что человек с нормальным позывом. А когда вот, знаешь, вот, ну, просто заходит, негативно, чисто вот, негативно, злое. Особенно я Инстаграм воспринимаю как что-то очень, ну, все равно доброе. Ну, знаешь, особенно если ты повесил фотку ребенка свою, и вдруг там под ней кто-то гадость написал, значит, ну а зачем, другие же увидят. И как бы ты раз удалил, ну, человек снова пишет, тогда надо блокировать. То есть я не в смысле, что ты писал, но, видимо, вот когда произошла эта история со страйком, когда я не помню, что произошло. Да-да-да, пошел какой-то негатив, и я, видимо, на всякий случай... Расскажи мне, как это психологически, вот... Сейчас, наверное, уже не так, но вот когда, наверное, был же вот какой-то вот период, когда вот в интернете вот при малейшем твоем появлении просто ненависть, 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 ненависть. И как ты с этим психологически боролся? Как ты себе вот, не знаю, объяснял вот это вот? Потому что я бы представил, что это тяжело. То есть ты, допустим, не знаю, там тратишь... Сколько идет вот фильм там от начала до конца там, не ну знаю. Слушай, все равно даже самая, так скажем, простая полгода, вещь. Полгода, год, да. Год. То все есть равно, ты не да. знаешь, ты выпускаешь, ну как, вау, это не кончается и просто ненависть. Ты знаешь, просто со временем ты уже понимаешь, какой фильм как работает.
И ты понимаешь, что примерно нужно ждать, какой критики по какому. Ну, критики я сейчас не имею в виду профессиональные. Вот эти, профессиональные, в смысле, вот этих там Долин, Шмолин, я это даже не читаю. Нет, ты знаешь, вот в чем прикол. Их не существует. Ты можешь тысячу комментариев прочитать хороших, но один плохой ты запомнишь. Безусловно. Я тебе скажу больше, что как раз-таки, когда меня хвалят, я намного... Ну, я такой, ну да, хвалят, то есть, ну, как бы, неважно, почему-то ты относишься к хвалебным, а не, не ну, то есть, ты не сходишь с ума от этого, а к негативным ты хочешь разобраться, а почему, то есть, ты никогда не думаешь, а почему меня хвалят, ты это сразу принимаешь, а вот, а почему меня ругают, с этим ты, как бы, это уже анализ, но, слушай, да, это неплохо, что ты можешь анализировать, просто я тебе скажу, что когда, вот, допустим, вышел первый фильм, слушай, я... Мне сложно, да, там, я там даже сейчас не хочу там как-то защищать фильм или ругать и прочее. Да, это уже было очень давно, там, 11 лет, это много. Но тогда не было такого понятия, как EAS, не было электронного билета, и людей в зале считали, заходили и прям считали, сколько в зале человек. И спускались на кассу и говорили, а покажите, сколько билетов продано. И если не сходилось, то типа кинотеатр врал, их там, у них фильм отбирали. Вот такая, ну, то есть, представляешь, да, вот мы говорим про индустрию, как, которая как развивалась. И, соответственно, я ходил и считал людей в зале на своем фильме. А как по всей стране это контролировать? Контора какая-то есть? То есть нет, то есть была тогда контора, короче, неважно. То есть тогда было кинотеатров 500 всего лишь. Ты нанимаешь там, допустим, 250 человек, человек в день там два кинотеатра может обойти. И выборочно считать. И я занимался этим самым. То есть, ну, в Москве чего там, у меня рядом, я жил на «Динамо», да, у меня этот кинотеатр «Прага» был рядом, его уже давно снесли, «Формула кино» была. И я пришел, я считал, типа 20 человек, фиксировал и садился смотреть кино с людьми. И на всех сеансах, ну, посмотрел я, наверное, раз 10 свой фильм, а вот в первый уикенд, и люди ржали. То есть люди смеялись. То есть... А потом я приходил домой и читал гадости про свой фильм. И вот я в какой-то момент, очевидно, понял, что те, что аудитории не сходятся, что те, кто пишут о тебе гадости... Они неплохие, еще что-то. Они просто не твои. Ну, то есть всегда есть не твой зритель, понимаешь? А те, кто пришли, они твои. И они, если им было классно, он же не идет домой и не вступает в полемику с теми, там, кому не понравилось или там, кто к тебе изначально не пришел. Мне это хорошая была история, что на концерте у Жванецкого встала бабушка и сказала, молодой человек, вы что, вот так вот будете с листочка... все два часа читать, я за что вам деньги платила, вы почему не поете? Ну, то есть она, ну, все, то есть как бы всегда есть вот этот не твой зритель. Поэтому нужно это принять. Знаешь, для меня другая сложность. Когда, к примеру, вот был фильм «Беременный», да, слушай, я же ничего не скрываю, у меня на афише, вот ты говоришь, как с «Форсажом», да, они от меня ничего не скрывают, я ничего не скрываю, у меня на афише беременный мужик, Дюжев, смешной комик Галустян, я говорю, через 9 месяцев кино родит еще чего-то, ну, как бы, да, промо устроил. В трейлере песня «Я беременный», «Человек беременный». То есть все, я продаю концепцию. Я ни от кого не скрываю. То есть это не значит, что я позвал на жуткую драму, а там была комедия про беременного человека. Я никого не обманывал. И для меня вот тут загадка, когда я встречаю какого-нибудь 50-летнего мужика, который говорит, что-то мне твой вот этот фильм не понравился. Я говорю, а что ты вообще делал на моем фильме? Я тебя там не жду, ты не мой зритель. Мой фильм для людей от 16 до 25. То есть там мое ядро. Я для них рекламировал, я для них делал. Как ты вообще туда попал? Вот я же, я говорю, вот я не люблю артхаус, я на него не хожу. То есть я же не так, чтобы я пойду, буду мучиться и напишу гадость в интернете. Нет, не хожу и ничего не пишу, понимаешь? То же самое, то есть зачем? Это же мазохизм. Условно, это твоя работа, да? Ты как бы кайфуешь от этого. Ты делаешь обзоры, там, ты можешь смотреть плохое, хорошее, разное. Но если ты осознанно зритель, зачем ты осознанно пошел на тот фильм, который не твой? Вот для меня это уже немножко загадка, потому что каждый фильм, который свой я делал, я понимаю, для кого он, я понимаю его аудиторию, понимаешь, я понимаю, кто его зритель. То есть это, ну слушай, вы не можете на завтрак съесть то, что там, ну не, вы можете то, что предназначено для ужина, но живот у вас будет чуть-чуть болеть, понимаешь, еще чего-то. Это как бы такие же темы, нужно четко понимать, что у каждого есть своя корзина, у каждого есть свое место. Поэтому, то есть со временем ты начинаешь относиться ко всему этому проще. То есть у тебя просто, ну, устаканивается, да, ты то просто... То есть вот это
С первого фильма ты сразу для себя это уяснил? Или это нет, как-то... Нет, знаешь, у меня есть такая история, почему меня вот недолюбливают вот именно такая критика профессиональная, как журналисты и прочее. На «Служебном романе», когда была премьера, ну, слушай, был огромный ажиотаж, много народу и прочее. И я со сцены сказал, а в зале есть вообще журналисты? Вот все вот, поднимите руки и прочее. Ну и там они все подняли, я говорю, я вас всех прошу выйти из зала. Я не хочу, чтобы вы смотрели мой фильм. А зачем? Ну, то есть, потому что все заранее сказали, что я покусился на святое, не посмотрев фильм, сказали о нем плохо, уже написали плохо. Зачем вы пришли, ребят? Уходите. Ну, то есть, я не для вас сделал. Ну, то есть, если вы изначально решили, что я не имел на это права, а чего же вы пришли? Я вас прошу выйти. Они все очень обиделись, после этого все очень плохо написали, ко мне подошел глава Universal, сказал, что Сарик, режиссер так себя вести не может. И я, а я как бы, ну, в этом плане, я тебе, что у меня есть определенные принципы, я этих вещей не понимаю. То есть, если ты, ну, если ты меня не уважаешь, зачем пришел ко мне домой? Ну, вот как бы очень простая у меня политика. Понимаешь, а если пришел ко мне домой, то обувь сними, то есть, как бы, будь добр, уважай, понимаешь? Поэтому в этом плане, ну, я там уже после «Служебного романа», то есть, как тебе сказать, очень важно, чтобы к тебе пришел успех. Когда к тебе приходит успех, ты начинаешь понимать, что не важно, что подумал тот парень, журналист, что не важно, что он хотел тебе плохо. То есть успех тебе пришел, что тебя приняли люди. Да, там, к тебе пришло там 2 миллиона человек. Я не знаю, там каждый год эти фильмы показывают по телевизору, их смотрят. Их смотрят те, кто их хочет смотреть. Самое важное в кино. Знаешь, почему я не люблю телевидение? И почему я осознанно не смотрю телек? Потому что телевидение навязывает. То есть я включил, и по сути, да, у меня есть выбор из 4 каналов, из 5. И все. То есть они мне могут... Ты про новости говоришь? И про новости, и даже про какое-нибудь «Галимое поле чудес», который не заканчивается. Ну, то есть я там «Голубой огонек», я думаю, ну, как вам не стыдно? Ну, этот Лещенко в этом синем пиджаке, кажется, я его видел уже в 91-м, понимаешь? И меня, то есть я его выключаю, но с кино у меня есть выбор. Я могу просто на него не пойти, либо я могу прийти в кинотеатр, а там 17 фильмов и выбрать. Понимаешь? То есть я не понимаю, как вот в эпоху выбора кого-то может оскорблять чье-либо творчество, понимаешь? Ну, есть, в этом есть логика, да. Логика какая-то. Да, потому что ты тратишь деньги на это, и то есть ты идешь. Ты сам выбираешь. И поэтому, то есть, когда все ребята пишут: вот, фонд кино дал деньги на то, на все. Я говорю: ну, блин, ну люди же сами пришли на эти фильмы, они их выбрали, их никто не заставлял. Другое же дело, знаешь, Сарик, вот в чем дело. Абсолютно согласен. Но вот если брать беременные, да, да. Я знаю даже, вот, ну, тему я знаю, но вот что именно вот будет происходить, я не знаю. Да. И может быть такое, то, что вот уже внутри вот этого, вот, допустим, я не знаю, вот я как смотрел «Беременного», я помню то, что, вот, допустим, отличный был, вот мне кажется, упущенная возможность, отличная была тема с тем, что Дюжев и Галустян, он его в суде представлял. Да, да, да. И было бы классно поиграть, то есть, вот, если вот уже говорим по-человечески, вот человеческую тему можно было бы играть. Дюжев не доверяет Галустяну, и он мог бы через этот суд научиться доверять своему другу. Еще ни один адвокат не проиграл 8 дел подряд. А в это вышло, типа, о, смотрите, пузо. Да, пузо, да, 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 шоу такое, да, да, чуть-чуть, да, поверхностное, и, да, типа, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот внутри вот таких, ну, вот, видишь, вещей. Ну, видишь, да, то есть ты говоришь сейчас немножко такую про более, наверное, глубокую проработку комедии. То есть, видишь, на тот момент нам казалось, что это вот такой вот просто вот entertainment. Вот просто если человек пришел, он типа 20 раз посмеялся за фильм, все, как бы моя задача выполнена, да, условно, когда ты выходишь, я не знаю, там, эстрадно, да, ты пришел на какой-нибудь спектакль, тебя там рассмешили 20 раз, 30 раз, и ты как бы окей, то есть ты не, то есть у нас не было задачи, чтобы кто-то ушел домой и задумался, ну, к примеру, понимаешь? Но я понимаю, о чем ты говоришь, что если, условно, мы говорим про то, чтобы быть кинематографом, что история, которая, чтобы между героями был конфликт, чтобы у каждого была арка, чтобы они к чему-то пришли, правильно? А я другое, то есть какие я делаю выводы? Я думаю, вот я там сделал суд, я его, ну, не то что построил, мы там зашли там, в определенное здание, то есть я его сделал голливудским. Вот эти сиденья, понимаешь, вот этот там прокурор, то все. Не существует таких судов в России. То есть я, как фанат голливудского кино, на котором я вырос, я все свои вот начальные фильмы, я пытался их сделать очень голливудскими. То есть я даже интерьеры подбирал голливудские, я подбирал одежду голливудскую. А люди, вот где-то сидит человек в Челябинске или в Чебоксарах, он говорит, да у нас не так во дворе. То есть и получается, что я из лучших побуждений. Я хочу, чтобы было красиво. Я хочу, чтобы было в мировых стандартах. А человеку это не нужно. Ему нужно горько. Нажрался, упал, пернул, понимаешь? И как бы... А меня, допустим, горько... ну, как сказать, меня взбудоражило, меня это взбесило, меня это оскорбило. Я только вторую часть смотрел, вторая невыносимая была. Нет, я смотрел первую. Слушай, это
хороший продукт. Mm. Ну, то есть, это моя проблема. В зале все люди смеялись, и этот парень, у него серьезный, у него серьезная доля таланта к вот народной комедии, понимаешь? Но это моя проблема. Я такой сижу, я сразу на себя проецирую. Если бы я снял такое кино про армян, то есть даже есть вероятность, что меня бы убили. Но, армяне, понимаешь, это более... потому что... Меньше же... Да, это вот просто как бы такое издевательство над своим народом, что ли. То есть я это воспринял, минуте на 40-й я сказал, что мне все это не смешно. То есть первые 20 минут мне было смешно, а потом сказал, нет, с меня хватит. То есть это как бы слишком... Ну, вот понимаешь, это разное видение комедии. Для меня комедия — это ярко, смешно, красиво, ну, весело. Ну, я не знаю, для меня это миллеры, понимаешь? То есть и в какой-то степени и пошло. Ну, то есть когда он в миллерах говорит маленькому мальчику, вот видишь, у мента там надо у него отсосать, я в этом ничего плохого не вижу. Мне смешно. Не, в миллерах, кстати, там есть довольно... Там, знаешь, впрочем, вот в чем прикол. Я считаю, что не надо смотреть на то, что на сам факт того, что там член, пердеж. То есть если есть гэг, если есть какая-то... Если он вот, смешной, то он смешной, если есть какая-то шутка, то есть если там обман ожиданий каких-то есть, это одно. А если он просто показывает член, потому что член, это уже другое. Да. На самом деле есть куча, есть миллион вещей, которые я бы хотел бы еще обсудить, потому что мы вообще не проговорили про американские фильмы, но я надеюсь, то, что мы не последний раз видимся. Я краем уха услышал то, что ты свой подкаст планируется. Ты знаешь, да, я планирую, но у меня такое, вот, наверное, так же, как у тебя, то есть это форма беседы, то есть я там не задаю никаких каверзных вопросов, еще что-то, я беседую, но мне с какими-то людьми, которых я уже знаю, или я так посмотрел пару интервью, понимаю, что у них что-то не спросили, я спрошу. Но я так пока, знаешь, слегка начал, мне это интересно, потому что, ну, я просто подумал, что хотел бы себе какое-то хобби вне кино, потому что, как ни странно, вот у тебя, допустим, у меня следующий фильм выходит в ноябре, и вот... Ну, они в глубоком посту, да, там делается компьютерная графика. Но я это, ну, в месяц один раз я ее принимаю. Ну, вот что я делаю все остальное время? То есть, почему бы мне... Ну, это как у Чернобыля же был подкаст у режиссера. Он выпускал, да, каждой серии, потом подкаст объясняет. Нет, это вообще круто. Ну, это значит, интересно. Что ты уже подгадывать съемочный период, еще чего-то. Либо когда... Ну, это тоже интересно. Я к тому, что время очень быстро пролетело, было очень приятно. Ну, я тебе так скажу, что у тебя же много подписчиков, понимаешь? Если это кому... Ну, если наш разговор будет кому-то интересным, и мы поймем, что мы еще можем о чем-то друг с другом говорить, то есть, я вообще... Есть еще миллион вещей. Я готов с тобой хоть хоть день весь разговаривать, но, к сожалению, во-первых, никто не будет смотреть это все там до 20 часов, да. Во-вторых, да, у людей расписание. Еще раз, спасибо большое, что пришел. Тебе спасибо. Счастливо. Счастливо. Объясните мне, что такое жопа. Объясните мне, что такое жопа. Объясните мне, что такое жопа. Жопа.